Ну, вот нашла цитату из апостола Павла, которая натолкнула меня вообще на мысль о таком опыте, с одной стороны, на мысль о том, чтобы заметить его. Заметить этот опыт. Вот. И вообще эта цитата вспомнилась, когда я попыталась осмыслить этот опыт. Но сейчас, когда я ее нашла, я вижу, что она превращает тот опыт в его чистоте, о котором мы говорили, в чисто религиозный. То есть просто сведение к религии. Ну, это цитата из первой главы послания Павла к римлянам. И Павел говорит о том, что язычники не имеют оправдания в том, что, ну, что у них все равно есть опыт Бога, и вот о чем он говорит, что невидимое его, ну, Бога, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимое, так что они, язычники, безответны. Вот, здесь с самого начала мне было интересно, когда через невидимое его от создания мира, через рассматривание творений видимых. То есть вот это вот созерцание вещей, причем творение здесь же имеется в виду не только люди, там, не только природа, но вообще каждая же вещь. Вот, творений. Если сотворена была сама материя, вот, но опять же. Это все-таки отсылание к смыслу. Это сразу отсылание, то есть если это творение, сразу это уже не самостоятельно. Ну смотри, вот если посмотреть сейчас, как нас снимают, мы с тобой на светлой стороне, на стороне света, а Влад на темной, на стороне темной. Выйди из сумрака, Влад. Я просто темный, а вы... Ну у тебя и дверь сзади темная, потому что там все черное сзади, а мы вот сидим на светлом. Вот мы на светлом, а ты на черном. У нас есть подтекст. Ладно. То есть, мне интересно, что, то есть, у язычников есть опыт Бога, да, поэтому они все равно виноваты, да? Нет, я не помню. Так получается? Нет, у язычников есть опыт Бога, и тем не менее, они как бы не хотят прийти к Богу. Поэтому они виноваты. Нет, они... Не, ну он же как бы... Они приходят к идолу, понимаешь? Ну, то есть, они не хотят прийти к истинному Богу, а приходят к какому-то промежуточному Богу, к идолу, да? То есть, не хотят дойти до конца. Что как бы предлагается это пойти и дойти до истины Бога. Но все равно это отсылка к значению, опять же, да. Хотя вот этот момент религиозности, он действительно это правильно замечен. Действительно, вот этот вот способ, каким мы пробиваем вот брешь субъективности, да, это вот момент религиозности. Потому что то, что возникает иное, возникает другое, это нечто, как бы нас вот именно должно как бы вот удивлять. Да? Откуда вдруг может что-то взяться? Потому я поняла. Мы всегда сводим нечто все к своему. Я просто поняла, зачем мне это было все нужно. Я пыталась произвести какой-то религиозный опыт, но после не имею проблем с этим. И я думала, что это какая-то тишина, там, установка, что-то поможет. Ну, не знаю. Раньше это все время помогало. И теперь меня еще удивило то, что я остановилась на этой материальности. То есть, что вот этой материальности хватило для восхищения. Без других отсылок. Без что... как бы без вот этого без, вот да. невидимого, да? Без невидимого. И я не понимаю здесь, действительно ли это было восхищение чистой материальностью? Или я себя обманываю здесь? Или здесь был опыт некий там... Или ты себя обманывала раньше? Или я обманывала себя раньше, или я обманываю сейчас, я не знаю. Ну вот, мы же говорили про в американской красоте вот пакетик вот этот, да, который там мечется там. Своей жизнью, никто его не замечает, да, там, типа, вот, и случайно камера на него наведена, и как бы вот он живет, как бы. Все-таки этот же опыт понятен нам, то, что, о чем ты говорил, даже если ты, может быть, лично себя обманываешь, тем не менее, этот опыт присутствует. Нет, ну, нет, и он, нет, вопрос как бы связан он как-то с религиозностью напрямую все-таки, и неразрывно, и обязательно, или нет? То есть... А я вообще думаю, что только такая религиозность и бывает, как пробитие бреши субъективности. То есть, что когда есть... вступает нечто иное. Есть два варианта здесь выхода, да? Либо религиозность вообще присутствует в каждом человеке, и вот любой из нас понимает этот опыт.
Он понимает, он, есть у него религиозные переживания, нет у него религиозных переживаний, как он там, что он называет религиозностью, не важно. Но вот этот опыт есть у всех, да, и может быть именно он какое-то имеет отношение к религиозности, к началу религиозности. Да, вот к началу это первый вариант. Да. А второй вариант, это может быть то, что я раньше воспринимала как религиозные переживания, не было им ни в коей мере. А было переживание, вот бытия там. Ну да, там красоты какой-то и так далее. То есть вот два исхода есть. Тут просто еще какой есть момент, да? Одно дело, вот ты переживаешь сейчас вот это так, а другое дело, допустим, если бы у тебя мгновенно был бы переход, то благостный там, не знаю, творец, как ты создал мир, там, тра-ля-ля, да? Как ну ты бы потеряла опыт, как бы перешла к некоторым словам. Почему вот присутствует в таких вещах иногда понятие фальши? Почему оно рядом находится? Потому что мы хотим быстро как бы этот опыт преодолеть и погрузиться в некие стереотипы, да, вот какие-то перейти там к словам, да, там, к смыслам каким-то, которые просто сразу же в контекст полный дают многообразные смыслы. И мы просто как бы в этом теряемся. И получается, что нам, было ли переживание? И смысле нам уже готовы поставить, да, нам да, с да. радостью поставлять. Да. То есть даже, допустим... За нас все уже сделали там. И ну, уже, какие-то... Нас уже как бы нет, а есть просто вот этот многообразный. Вот я не верующий, да, человек, у меня же тоже какие-то переживания у меня были, когда там стоял в храме, да. Мне очень интересно было, но интересны именно сами эти переживания, там, как бы, вот. Я не спешил их, как бы, вот, облечь да. в какой-то... Вот надо не спешить это делать. Вот в этом самое главное. Что надо дать возможность ему вот как вот этому пакетику полетать. Вот. Надо, чтобы он начал жить. На переживание должно, на самом деле, как-то сначала, если оно возникло, да, вот момент религиозности, она должна научиться жить. Если ему сразу облечь слова, это все равно, что просто как бы затушить это там, и все. И тогда это будет просто обыкновенным, это, там, навязанным каким-то там дискурсом. Да, он уже присутствует же религиозный дискурс. Бог, все в этом мире там божественно, там туда-сюда, Бог творец. И ты как бы перейдешь и потеряешь это чувство. Ну и тогда все это станет просто пустыми словами. А ведь оно только тогда имеет смысл, все это многообразие, когда вот оно цепляется за этот опыт. И пока этот опыт есть, это как бы тот самый огонек, который связывает все эти слова, дает им смысл. Как будто мы одеждой убили живое существо, которое... Да, и именно так. И любой, между прочим, любой религиозный опыт, точнее, любая религия, она всегда начинается, вот это об этом Гроф говорит много, да, что любая религия начинается с опыта. Но со временем формы религиозности, формы поклонения, там, эта форма концептуализации, они как бы убивают вот весь этот опыт. И опыт исчезает. И люди, которые приходят в религию, они видят только эти слова. И они вот пытаются в этих словах слова, что-то выжить. Обряд, да, обряд, да. А вот суть они не понимают, а суть это переживание. Они не понимают, куда двигаться, что надо сделать, там, прыгнуть выше головы, что надо сделать. То ли в чудесах надо усматривать религиозность, там, то ли в каких-то там умных, там, этических каких-то высказываниях надо, вот они пытаются там, ага, она что будет. С Богом связана мудрость какая-то. Еще. Да, или там исполнение обрядовости, там, да, там, правильное, точное, там вот утренняя молитва, вечерняя молитва. А на самом деле связь-то вот она, пуповина-то, она вот в опыте. Если ее упускаешь, то все остальное становится бессмысленным. Ну или становится просто каким-то там, то есть, это какой-то, наполняется пустотой. Но сунь-то вопрос. И каждый человек это чувствует на самом деле. Который, как бы, видимо, может быть, ее мучит. Вот. Все-таки, насколько вот эта связь... необходимо этому опыту. То есть не получается ли так, что, условно говоря, религия там какая-то конкретная, вот, что она как бы буквально паразитирует на этом опыте, нет, она его присваивает. Я нет, такого нет. Поясню. Но это слишком сильное как бы утверждение. Я здесь поясню, потому что тот опыт, о котором мы сейчас говорим, да, вот этот чистый, восхищение чистой материальностью, вот есть он. Есть, я знаю, чисто религиозный опыт. Когда вот вот именно ты стоишь перед кто? Вот, это другое. Правильно, есть. Потому что это только начало религиозности. Потому что иное, оно имеет точно так же многообразные формы. Потому что опыт переживания вечности, то есть материальности, это только одно, а дальше скачок происходит, опыт переживания уже существа. Понимаешь? Например, можно... Понимаешь, это некоторая листица здесь. Это, я не знаю, как к этому подходить. Понимаешь, в чем дело, Булат? Но... Персональности в этом опыте нет, что, да? Что опыт вот, вечности этой, он меня часто всегда, то есть на протяжении жизни, он меня не покидает никогда. Я всегда могу там остановиться, это не трудно, и вернуться к этому опыту. Но опыт чисто религиозный, один раз точно я знаю, что он был, как бы с чего все начиналось. Но может быть там еще потом дальше, я не знаю, в такой
с такой интенсивностью больше не было, ну, может быть, еще пару раз там в жизни наблюдалось. Вот, опыт кто именно? Вот. Да. Понимаешь, здесь получается наоборот скорее, начинается религиозность этого опыта кто, дальше, ну, фоном на протяжении всей жизни есть этот опыт что, да, вот, но просто опыт кто настолько редкий, настолько он, что очень легко его значение придать и опыту что потом. Ну, правильно, ты правильно говоришь, в этом состоит мифологичность. Мифологии остаются на опыте что, но как бы и весь опыт кто, да, он не отделен от что, он полностью вот погружен в это что. То есть как бы вот такая нерасчлененная перспектива, да, кто и что, они просто сплетены, и вещи имеют души, да, и отдельные существа тоже имеют души, все одухотворено. Это мифологический опыт. А тот опыт, который религиозный, более высокий, он что отделяет от кто? То, что есть кто, это отдельное, а что это другое. Два опыта есть. Вот в этом разница состоит. Ну, и это вот то язычество, оно не отделяет, оно не раздельно берет, а вот уже как бы вот более высокий уровень религии, да, он отделяет. Поэтому я не беспокоюсь о том, что типа за религией ничего не остается, если вот этот опыт вечности, он существует помимо религии. Вполне возможно, что да, он существует. Вот. За религией всегда останется этот опыт кто. Просто это страшно, потому что он настолько редок, настолько недоступен, скажем. А дело не в редкости. Дело в том, что опыт что, он односторонний. Вещь, она как бы есть и есть, и ты в одну сторону двигаешься, и все. А опыт кто двухсторонний. То есть не только ты как бы смотришь, но и на тебя смотрят. Понимаешь, вот тут просто совсем другая ситуация. На тебя должны посмотреть, вот так вот. Понимаешь, угадать вот это. Ты находишься под свидетельством. Когда опыт что, это опыт свидетельства на тебя. Ты свидетельствуешь нечто другое. И тот, кого ты свидетельствуешь, в каком-то смысле ничего сделать уже не может. Он просто находится в этом как бы свете свидетельства, не все. А когда ты сталкиваешься с кто, не только ты свидетельствуешь, но и тебя свидетельствуешь. И как бы вот эта взаимность. Не просто, он должен появиться еще. Это не так, что ты можешь просто вот взять как бы и столкнуться с ним. Согласен. А вот это как раз есть этот элемент благодати. Либо он как бы на тебя посмотрит, либо нет. Ну согласен, здесь как бы взаимное, действительно, взаимный приход, а некий опыт взаимности. Он, во-первых, действительно редок, а во-вторых, он просто и более, как бы, ну не знаю, не страшен, а как сказать, более ответственен, что ли. Ну страшен. Ну, наверное, может и страшен, я не знаю. Просто вот когда я говорю про сферу субъективности, да, постоянно ссылать, как раз это же оборона, на самом деле, да? Чтобы ничего такого внешнего не пришло. Это, знаешь, это попытка устроить мир по своей какой-то мерке. Да, вот. Сделать все так, чтобы мир был как просто копией тебя. И ничего бы в нем удивительного не было. Чудес нет, богов нет. Насколько смешна эта оборона, если учесть, что оно и так не особо стремится прийти, понимаешь? Обороняешься от того, вот, что еще как бы... Другой человек тебя проблематизирует вопросом, да? А какая-нибудь ситуация или какое-нибудь впечатление или опыт может проблематизировать тебя как бы и с этой стороны. И ты обороняешься, ты всегда как бы раз, и это то вот пропускаешь. Ты обороняешься все-таки от других людей, но не от Бога. Пропускаешь всегда. То есть чудес не бывает, говоришь, понимаешь? Это все-таки другое. И не ходишь. Бога как бы, допустим, нет, говоришь, да, и как бы живешь дальше жизнью. Другой человек как бы может проблематизировать, но это уже не этическое, это не столько религиозное. Я понимаю, просто да. Проблема богословия состоит в том, на самом деле, что бесполезно человеку говорить, Бог есть или нет. Это просто ты и там объяснять, и там строить где-то там какие-то там концепции. Там. Просто если человек это как бы построил оборону, как бы, да, ему просто он не хочет, он не принимает. Другой же не может насильно войти, да, там войти и так сказать, я есть. Он точно так же дает возможность остаться в твоей свободе. Но если ты как бы его не принимаешь, ну, он никогда и не войдет. Надо ему место, надо ему оставить место, чтобы он мог войти. Да? Вот это вот некое место, это, и причем это место как-то не в смысле как бы власти, да, ты туда входишь не со властью, а как-то вот со смирением. Что такое смирение? Это способ оставить место другому. Вот я смиряюсь как бы и готов оставить место. Если ты место оставляешь, то это место однажды может, в это место может войти другое. А если места такого нет, куда как он войдет? Ему просто входа нет у него. У меня вот есть оборона, там, а входа нет. Попробуй войти туда.
Надо всю стену разрушить. На гордости говори. Ну ладно. Не, ну я просто говорю это о личном опыте. У меня действительно опыт такой. А ты смолу льешь это со стены туда? Я пытаюсь контролировать. Пытаются заползти, а ты сверху. Да, есть такая у меня такая черта. Все пытаюсь контролировать. Во всем разобраться, все на своей полочке везде все расставить, все осмыслить, и все. И места никакого проблематичного нет. Никакой проблематичности нет. И вообще какого-то места для того, чтобы что-то какое-то случайное вошло туда, вдруг неожиданно, раз и вошло. Такого не может случиться. Я уже все заранее знаю. Я уже, условно говоря, уже в будущее для меня все расписано. Такое вот неинтересное, такое серое будущее, да, но все заранее известно. И для того, чтобы как бы я иногда понимаю, что это грустная такая жизнь, да, как бы, чтобы с ним что-то сделать, ну, надо, я не знаю, что сделать, надо выше головы прыгнуть. Ну, интересно. Наркотики принять, там, или там, напиться. С тобой все понятно. Давай, говори. Нет, просто вот это вот соотношение вот одного опыта и другого, вот этого в то и в то. Не получается так, что все-таки религия как бы присваивает себе этот опыт что, который на самом деле как бы индифферентен к религиозности. То есть, смотрите. То есть, и более того, и еще язычников еще как бы укоряют, что они, так сказать, они не сделали то же самое. Да. У вас же есть такой опыт. Они восхищаются миром, да, как бы, ну, то есть такой пантеизм, условно говоря, да. И то это как бы пантеизм, это уже определенная интерпретация, уже какая-то вот, уже какой-то смысл. А они просто вот как здесь восхищаются материальностью, бытием, там, что вот действительно что-то существует. Вот этим они восхищены. Они говорят, а это существует, потому что есть Бог, значит, вы восхищаетесь Богом. Вот. Понимаешь, все равно не могу сказать, что это не так. То есть тут цитата вот из Павла, который там язычников упрекает, я не могу полностью сказать, ну смотрите, ну да, мы восхищаемся материальностью, но вот если она правда создана, да, то вот... Если создана, ну... Ну понятно, что трудно перейти от сотворенного к Творцу, но... Просто... Нет, более того, вот допустим, можно же восхищаться картиной, да, но не восхищаться художником. Вот. Да. Можно даже не знать. Можно даже не думать, не думать о художнике. Угу. Как бы есть он, нет, это можно даже знать, что он есть, но не тем не плевать. Вот. Ты же восхищаешься не техникой, да, что вот он обладает какой-то специфической техникой. Вот золотое дело, что как только ты начинаешь... Сколько мазков он нанес на картину. Нет, главное, как только ты начинаешь восхищаться художником, ты проходишь сквозь картину. Да. Ты уже как бы начинаешь их не замечать. Ее. Ты как бы, да, ты вот уже, так сказать, это культ личности начинается. Такой. Вот. Нет, вот этот эффект есть, я согласен, также и в поэзии, да, если там стихотворение прочитали тебе, а чьё тебе это стихотворение, а это Пушкина, и сразу как бы... Отцвет Пушкина, да, на все как бы. Нет, это с одной стороны отцвет Пушкина, а с другой стороны, как бы все восхищаются Пушкиным, но никто не читает его стихи. Вот что происходит. Понимаешь? И никому нет дела от его стихов. Тебе у Пушкина наше все. Ну кто его читает? Никто не читает. Понимаешь? Стихами самими не восхищаются. И почему вот как раз если говорить о религиозности, древности. Ну вот Евангелие приписали, конечно, к евангелистам, но на самом деле все они были безымянны. То есть не имели автора, кто написал. И в принципе считалось так, что вот приписывать как бы произведению авторства это неправильно. Ну это связано опять же было с религиозными вещами. Да, я же говорю про это. Авторство Бога. Но это другой разговор. А мы как бы и это авторство, ну не то что ставим под сомнение, мы не ставим под сомнение. Как бы важно ли оно? Важно ли авторство мира? Если он такой прекрасный, можно ли им восхищаться, не задумываясь об авторстве? Можно. Казалось бы, можно. Да, можно, можно. Тем более этот опыт, я говорю, он как бы самостоятельный, действительно, он не требует никаких отсылок, да, каких-то дополнительных смыслов. Когда мы говорим все-таки о Творце, то это опять же отсылка, опять же смысл. Я хотела еще сказать вот что. Я, ну и раньше сильно беспокоил этот момент. Сейчас трудно выразить. Ну, когда-то я сказала о том, что чисто, ну, то есть опыт кто, он вообще потом забывается. То есть религиозность, скажем так, религиозный прорыв какой-то, да, вот, религиозный опыт, что он потом как-то где-то теряется вот, в дискурсе, вот, в культуре, так сказать. Вот есть, ну, например, православная культура, да, безумно богатая,
многообразна и так далее, и с определенным дискурсом, и она настолько завораживает, эта любая чтойность у нее настолько завораживает, что потом уже она становится самоценной, ценной само по себе. И если даже вот обычный там камень в своей чтойности, когда ты останавливаешься на нем, может заворожить, то есть нечто материальное, чистое. И икона там. Да, то богатая культура, и вот каждая вещь из этой культуры, каждый ее объект там, он освещенный всем этим смыслом, он, ну, ну просто, просто невозможно от него оторваться. Вот, и очень безумно легко за ним забыть опыт кто. И потом ты уже начинаешь перед собой притворяться, что у тебя есть опыт. То есть притворяться, что ты видишь не что, а кто. То есть ты прекрасно знаешь, что вот это вот, это вот икона, да, что это только отсылка и так далее, что вот там есть невидимый, там, неощущаемый Бог там где-то и так далее. Вот. Ты смотришь на эту икону, ты ее не боготворяешь. Ты прекрасно знаешь, сознательно там все это в голове остается. Вот. Но скатываешься в чистой эстетике, что это красиво. А вот красиво лампадку поставить, а вот красиво вот я в храме стою, как красиво здесь, безумно. Это называется прелесть. Да, это называется прелесть. Вот, и просто... Причем, ну, как в древней церкви с этим пытались бороться как-то, а сейчас уже не борются. Ну, тут ведь тоже еще вопрос, как бы, это называется прелесть, но мне так кажется, что главное здесь не это, не лукавить перед собой. Вот, если да, уж да. Как бы ты... чувствуешь красоту, да. Потому что не обманывай себя. Ну ты уж как себя. Бы, да, и говори себе, что ты чувствуешь красоту. Потому да, что куда хуже, когда ты начинаешь сам перед собой притворяться в этом отношении. Ну и даже не могу сказать, чтобы там было притворство, а просто ловишь себя на мысли, что тебе больше не нужно быть кто. Что тебе нравится и так. Что мне прекрасно, комфортно, красиво, там, то замечательно, и я чувствую себя превосходно. И вот есть какой-то страшный опыт, кто, который был страшный. Вот именно все страшный, да. Да, он ответственный, то есть он наш, после этого, не знаю, переворачивается жизнь. Вот. И ты думаешь, а может я спрячусь за этим всем, а? Вот. Я вот сейчас ладан зажгу, вот там. А что тебе спрячься? Как будто бы, так сказать, вот если ты... То есть ты думаешь, что ты все-таки прячешься, и он не приходит? Из-за этого только? Потому что да. Тебе удалось спрятаться? Ну, и он пришел один раз, а после этого ты все время прячешься, и он не приходит. А если на самом деле такой эффект, интересно. Ну, пришло. Ты что, мне, я притворяюсь перед собой, что мне этот опыт кто нужен. Ага. Вот в чем дело. То есть он не приходит, потому что я не хочу. Угу. Вот в чем дело. У меня был этот опыт кто там, да, и угу. Он страшен, он прекрасен и страшен, и все это вместе, и желанно, и... Желанно, и... Безумно страшно, вот, но, может быть, он не приходит, потому что я не хочу этого, я боюсь. Так, это вполне может быть, да. Ну, меня вполне удовлетворяет, то есть, со стороны, там, что, вот, иконки стоят, все красиво, там, в храм ходишь, вот, ну, опыта кто нет. Так, и... а должен ли он быть? Может быть, вот он один раз был, и хорошо. Почему вот он обязательно должен быть постоянно? Откуда это? Потому но что, вот... видимо, есть еще более внутреннее какое-то побуждение. Понимаешь, как бы некая вот она все-таки ностальгия, наверное, еще есть некая такая повечная. Но это не только связано с тем, что жизнь после смерти, а в принципе, mm-hmm. она всегда, мы ее просто заглушаем, как бы обыденной жизнью там или там. Mm-hmm. Или повседневностью какой-то. Причем не только повседневностью, а светской, но и повседневностью религиозной, да, то есть. Просто. Не, но видишь, мы как бы и опыт красоты мира заглушаем этой повседневностью. Да. Всей, вот в чем дело. Мы как бы мы уже вырываемся из повседневности. Мы функционально живем, как функция. Благодаря этому. Как функция. Это одно значение. Это понятно, да. Вот. Не, ну просто здесь нельзя сказать, что что-то можно сделать, конечно. Это единственное, что надо, может быть, если об этом думать, да, если как бы его не забывать, и его потихонечку растить в себе, да, вот это вот. Дать возможность, в общем-то, место, чтобы он мог состояться такой, да, оставлять место. Знаете, как вот
ушедшим людям иногда там на столе оставляет прибор, да, что мало ли он придет. Вот это вот, нет, вот оставлять место, это очень хорошо. Да, вот это мне нравится. То есть надо как бы позволять ему быть. Но вот все время как бы укорять себя, что ты, ну как бы понуждать себя к тому, чтобы он был. Вот. Нет, понуждать здесь никак не получится, понимаешь? Понуждать не удастся. Здесь чувство вины именно не потому за, что то, не за то, что ты понимаешь? Ничего не делаешь. Двух сторон свобода. Да, то есть это же свободное существо. Которое это только в магии возможно, понимаешь, что управлять. Нет, я и говорю, что не надо так делать. Просто мне так кажется, что очень часто люди как бы вот они, ну, ничтожат, они, короче говоря, ничтожат весь мир и весь другой опыт, но исходя из этого опыта. Но это вот на самом деле путь монашества. Что как бы. Что значит как монашество оставить место? Это значит вообще убрать все остальное. Весь мир убрать, уйти в затвор, где-нибудь сидеть в какой-нибудь клетке там, убрать все мысли из головы, только молитва. Вот одна молитва, это полностью освободиться, все место какое-то у тебя есть, mm-hmm. только для Бога. Это вот такой путь. Но это путь, конечно, действительно слишком. Смотри, оставить место где-то. Если ты оставляешь для чего-то, для кого-то место, ты хочешь, чтобы он пришел. Да. А у меня-то что получается? Я могу оставлять место, но я не хочу, чтобы он пришел. Я могу, вот я столько времени, вот я последнее время оставляла место, ну не последние полгода, что-то совсем допустим. Вот, я все время оставляла место, вот, но я не хотела, чтобы он пришел. Потому что это страшно. Вот, это с одной стороны, ты не хочешь, а с другой стороны, после этого опыта кто? То есть этот опыт кто? Он вообще все расставляет по своим местам. Вот, ты после этого опыта кто, ты понимаешь, как правильно. То есть как вот, не то чтобы правильно, я не знаю какое-то слово. Как вот, не то чтобы должно быть, не то чтобы хорошо, вот я не знаю эти слова, как найти. Как ладно, соответственно. Да. Как вот. Как стать вот той самой вещью, такой же самостоятельной, ладно в этом мире. Даже, я не знаю, как это выразить. Как вот оно вот, есть в опыте кто? Вот. Что это бесценно. И что нужно так. Вот. И когда после этого опыта кто? Ты начинаешь его сознательно, бессознательно избегать, прячась и боясь за всеми вещами, за их красотой, за их прекрасным и так далее, за этой всей эстетикой. Вот. Но где-то в глубине души ты все равно знаешь, что ты бегаешь, вот. Но, как сказать, остановиться и захотеть встретиться снова со страшным ты не можешь. Но понимаешь, что как бы никуда ты этого не денешься, ты этого чувствуешь. В самом деле здесь есть прямая аналогия между тем, как люди отсрочивают свою жизнь, если уже просто о жизни говорить, допустим, играя в компьютерные игры. Они знают настоятельно, что у них есть некие важные дела, есть некие важные в жизни вещи. Но они как бы откладывают их на потом. Да, это важно, но потом как-нибудь. Потом, а вот сейчас дело не то, что игра как бы сама по себе интересна, и она завораживает, а дело в том, что все бесконечная отсрочка. Да, что ты главного не делаешь. Да, главное не делаешь, да. Ты как бы тратишь время, как бы его и проживаешь, как бы вот его как бы. Надо было перебежать, и так это отсрочить, бесконечно отсрочить. Потому что, ну здесь можно выразиться, конечно, потому что настоящая жизнь, да, она там, ну, может, сложнее, там, она требует каких-то усилий, там, она требует чего-то еще, да. Она ответственна, там, да и прочее. А игра, она проста, да, правила все известны, весь путь как бы там заранее просчитан, да, там, и ничего с тобой не случится, потому что это просто виртуальность. И вот это вот отсрочивание жизни, оно на самом деле характерно, да, вот как игра, как отсрочивание жизни, она характерна в принципе для человека, потому что вот все явления, наркомания, пьянство там, и вообще говоря, вот эта попытка уйти куда-нибудь, да, лишь бы вот не пытаться прожить жизнь, да, не пытаться вот ее да, вот, как это называется, ответственность перед бытием уходить, да, как перед своим бытием, да. Не пытаться вот как бы встать на эту позицию ответственности, а вот как вот и жить как-то, вот пробежать как-то там, а там как-нибудь вот, как-то отсрочить, бесконечно отсрочивать. Причем как бы одни делают это сознательно, а другие бессознательно. А вот быть в средоточии своего бытия, это, возможно, и есть быть в средоточии мира, и быть как бы в Боге и прочее. То есть как бы, если ты знаешь, вот как вот правильное место сам займешь, то и все остальное сразу занимает правильное место. А когда мы отклоняемся от этого правильного места, то и все остальное, естественно, искривляется в соответствии с тем, как мы отклонились. А мы стремимся всегда отклониться, потому что стоять вот в этом средоточии, понимаешь, это значит весь мир как на ось нанизан. И
и ты там, и все над тобой там. Вот так. Сейчас стоять скучно. Хочется гулять. Нет, ну это же образное. Стоять, сосредоточие, это как позиция внутренняя. Удерживать бытие. Ну, я и говорю, в принципе, удерживать. А я сказал бы, это невозможно. Это нестерпимо просто, реально. Вот быть знаешь, вот в религии, в православии, особенно Достоевский, это очень чувствовал, что есть такой момент, когда человек верующий берет ответственность за весь мир на себя. Представляешь, вот за весь мир взять ответственность. Вот встать и взять на себе весь груз мира, как вот Бог взял на себе весь груз мира, точно так же встать, как Бог, понимаешь? И взять как титан, вот весь мир на себя. И всю ответственность за весь мир. Вот, понимаешь, это нестерпимая вещь. Содержательно вот это конкретно нестерпимо. Но любое стояние нестерпимо, понимаешь? Любое стояние, ну, как бы, ну, невозможно долго, очень долго стоять. Нет? На чем угодно. Нет? И только это объясняется, что просто скучно? Ну, как это же, это все-таки в каком-то смысле метафора же, на самом деле. Что значит стоять? Понятное дело, что там, ты к этому постоянно в мире как-то двигаешься. Ну, то же, нет, но... Но все равно мы настаиваем на какой-то позиции, да, я согласен. Просто настаивание, как бы, это то, ну, в этом... Как бы, с одной стороны, это сосредоточие бытия, получается парадокс какой, вот я сейчас объясню. Это, а с другой стороны, это что-то неживое, как бы, такое, понимаешь, стояние. Это что-то такое неподвижное, вот. Нет? На самом деле, это и есть такой момент, это присутствует обязательно. Но просто, вот когда вот говорят о грехе, да, угу. Можно это понимать, конечно, в моральном смысле, да, грех, да, можно, туда-сюда, а можно понимать в смысле вот... Экзистенциальное. Да, вот, да, 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 да. Что ну, на самом да. деле постоянно чуть-чуть отклоняемся, да, мы да, хотим постоянно отклониться от этой вот ответственности. Да. И мы всякий раз, когда отклоняемся, вот, чем больше отклоняемся, вот это вот и есть греховность, это угу. падение в мир, материальность, как бы, вот, в обыденность, там, повседневность, там, вот, это искажение всей перспективы нашей. И здесь можно говорить, вот, если физический пример приводить, о таком где-то неустойчивое равновесие, вот есть некий где-то центр, где там, вот куда бы мы должны были бы встать. На вершине горы, да, да. Такой мячик вот. Стоит и скатывается все время. Но мы каждый раз скатываемся. Да. Угу. И это на самом деле не всегда наша вина. Это как-то так устроено. Поэтому как бы за нашу как бы, греховность нельзя себя винить. Так устроен человек. Это не значит, что можно оправдать все что угодно, но в каком-то смысле многообразие мира, оно, как вот ты говоришь про скучность, многообразие мира обеспечено тем, что мы все-таки не все туда встали. Да? Если бы туда все бы встали, то все было бы просто однообразно. А что поскатывались мы по разным склонам, по-разному. Не, ну и история, как бы, история мира там. История мира тоже этим обеспечена. Так что вот есть это движение оттуда туда. Наша индивидуальная история, история мира вообще, там, движение. Ну и есть, конечно, как бы, кроме религиозного, как бы, такого отношения к миру, ну, есть еще и светское же отношение к миру, да, там, но оно уже, как бы, его, оно рассказывается в других терминах, да, что мы, как бы, атомы расщеплены. Но онтологическая вот брошены, ответственность, просто, вот это, она же, как бы, не подразумевает по себе, вот, в себе... Не содержит обязательно религиозность. Не содержит. Дело в том, что слово религиозность здесь, конечно же, мы берем в каком-то специфическом смысле. Я люблю про религиозность, понимаю, что вот есть присутствие другого. Не, ну она и ницшеанская, может быть, условно говоря. Ну вот как бы, если тебе конкретика нужна, вот эту вот ситуацию можно уложить и в такое как бы оправление. Я просто думаю, что любой такой опыт. Он религиозный любой. Просто можно слово религиозное употреблять, а можно не употреблять. Действительно. И Ницше, на самом деле, при том, при всем, что он написал о Тихисе, он очень религиозный человек в этом отношении. Постоянно как бы вот, пытался как бы, стоять вот в этом средоточии бытия, да, средоточии проблемы, не уклонялся. Это нельзя все, что не повседневное и все, что не мирское, называть религиозным. Нет, нельзя, вот. Конечно. Вот это. В конце концов, есть же какие-нибудь, условно говоря, ну, там, люди с девиантным поведением, да, их же не назовешь суперрелигиозными. Это все правильно, конечно. Потому что, возможно, даже какая-нибудь, если в повседневности это сосредоточить, тоже просто его тоже, наверное, можно найти. Потому что там вообще дороги, там, да, вот как бы там, вообще там, это забота о людях, это же все тоже к этому относится как-то. Дело здесь не идет в том, что есть какое-то особое поведение, которое правильное, а все остальное неправильное. И надо куда-то там прыгнуть, спустить там вверх
выше головы и что-то такое специальное сделать. Об этом речь, конечно, не идет. Речь просто идет о том, что вот как вот я для себя это описываю, просто и к этому постоянно возвращаюсь, что это вот опыт, когда ты понимаешь, что твое субъективное это не есть все, что есть что-то другое. И опыт этого другого я называю религиозным. Потому что на самом деле у меня был опыт такой, что ничего другого нет. Все есть, условно говоря, моя субъективность. Ничего нет другого. И не может быть. И места нет такого. И даже если бы вообразить, что оно где-то есть, оно все равно не войдет в меня, потому что вот я как бы вот все сведу к субъективности. Я это понимал прекрасно. И когда я Левина сочетал, я просто понял, что это опыт, вот я просто проживаю ежедневно. Для меня вот этот опыт тождественности, да, он просто ежедневный мой опыт. И для того, чтобы что-то в этот могло войти, мне действительно, мне надо, вот, как вы говорили здесь о том, что мне надо напрячься, мне надо специально как бы там усилия сделать, да, чтобы другое могло вообще войти и состояться. Чтобы вообще события со мной случились. Я одно время никак не мог понять, почему со мной не происходит события. Что все заранее предугадано. Нет ничего неожиданного. События не случаются и все. Тебе предлагали много поехать. А помнишь, я про кота рассказывал, что он генератор событий? Да. Вот твои события. Мы как-то с Булатом ехали и случайно свернули там с кольцевой, не туда съехали. И так оказались как бы на шоссе, которое где-то в перспективе ведет в Новгород. Два часа ночи в субботу. Я говорю, поехали в Новгород. Вот. До ближайшего разворота. Я все время Картасара, когда считал, удивлялся, у него есть такое это, нежданная встреча, да, вот, понятие встречи. Как бы, может ли такое случиться, что вот встреча, как бы, она вот окажется такой неожиданной? Не так, что как это, мы же каждый день с людьми встречаемся, ничего в этом неожиданного нет. А вдруг раз, и какая-то такая встреча, которая брешь пробивает сразу. Ну, у него там это как бы это такое, все-таки литературные такие эти, образы. Ну, в каком-то смысле я это понимаю, что такое вот может быть эта встреча. Хотя вот у меня в последнее время такого не бывает. А опыт как бы, я не знаю, вот опыт кто, у меня почему-то к этому нет страха. Если у меня вообще был действительно, потому что может у меня его и не было. Может быть этот страх связан как-то, не знаю, с какой-то другой жизненной ситуацией, там, тем, что не может быть так, что ты вот ассоциируешь этот опыт кто и возвращение к нему с возвращением к той тебе, которая была тогда. Нет. Просто тот опыт кто, вот почему он страшен, потому что он обнажал жизнь, как она есть. То есть становится просто высвечивает. Да. Все, что есть, вот, на самом деле. То есть ты ничего что-то о себе думаешь и так далее. Ты очень трудно увидеть себя, его есть. А когда вот этот опыт кто, ты просто раз и хопа, ты не можешь себе лгать больше. И ты понимаешь, что вот потом, после этого опыта кто, снова это можно немножко прикрыть там тряпочкой и так далее. Ничего, я еще нормальная, хорошая. Вот. Но этот опыт кто, он просто вот обнажает все. Вот, и ты понимаешь, что да, я не отвратительно там, да, что, так сказать, я сотворена прекрасной, а что я с собой из этого сделала? Вот что вот с этим прекрасным, сотворенной с собой прекрасной, что я сделала? То есть сделала? Ты все-таки, потом, я понял, почему ты страх чувствуешь, у тебя все-таки вина. Вина возникает, я хотел сказать, в перспективе возникает вина. А почему-то, когда я об этом думаю, я уж не знаю, насколько я могу мыслить об опыте этом, мне почему-то вины нет. Не знаю даже почему. То есть не потому, что я как бы чувствую себя слишком хорошим, а у меня вообще не возникает такая проблема, хорошего или плохого. И получается, что теперь ты чувствуешь вину, что ты не чувствуешь вины. Нет. Я теперь чувствую вину, что я... То есть, что после этого опыта он был и прекрасен тоже, потому что, я не знаю, как объяснить, он был и прекрасен. Потому что все это было, это была правда. Вот. И после этого было так легко. То есть, когда ты примирился со всем этим, примирился с Богом, там, да, и ты можешь принять себя, какой есть. Ты принимаешь это все, а после этого раз избегаешь. И вот непонятно, от чего было избегать. Потому что все уже примирился. Мне тут хочется куда-то сбежать, куда-то уклониться куда-то там, раз, нет, я из этого луча света уйду, пожалуй, вот. И потом ты бегаешь именно от того, что
ты больше себя не хочешь, еще раз испугаться себя. И это как бы ты врешь себе, потому что ты знаешь, что ты испугаешься. Что если это вот будет, ты испугаешься. Но ты себе врешь, нет, я как-нибудь без этого пройдусь и не хочу на себя смотреть. Вот. И я не боюсь, что я там окажусь хуже, там, чем в прошлый раз и так далее. Потому что я в любом случае увижу правду. Я любой правды боюсь. В любом случае боюсь увидеть то, что я увижу. Безотносительно там, что я там сейчас делаю или что я себе думаю. Я знаю, просто точно знаю, после того опыта, что я когда в нем я снова чуть окажусь, что я опять увижу правду, я ее боюсь. Я знаю, что она. Что я не буду прекрасным там ангелом, там, света и так далее. Получается, ну извини, перебью, но получается, что вот вообще весь этот, вся эта заварушка с опытом то, она целиком полностью завязана на тебя. И к тебе имеет отношение. Да, ты полностью субъективировал его, опять же. Ты место не оставляешь. Тебе важно, как ты там будешь в этом опыте. Понимаешь, а где место-то? Место-то другому. Ты будешь свободно, другому как можно пойти. А ты беспокоишься, как ты там будешь выглядеть. Ты опять же тем самым закрываешь возможность войти. Да. Ты потому что беспокоишься только о себе. И не встретиться с кем-то хочешь. Да, 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 да. Вот есть, допустим, человек, да? Представим себе, что это не Бог, а человек, да? Перед лицом которого ты как бы не можешь лукавить, и который как бы смотрит просто на тебя, как вот там, не знаю, тот же у Кастанеды Дон Хуан. Вот он смотрел на этого Кастанеду и взглядом там в течение минуты так его пронзал, что как бы и этому Кастанеде все стало ясно. Ну, просто вот человек. И получается, что ты хочешь встретиться не с ним и не ради него, да, а ради того, чтобы вот пережить себя определенным образом. Нет, и нет, пережить, вот как раз. А ты беспокоишься о себе, а должна, сейчас не должна беспокоиться. Я, о чем я сегодня понять не могла? Что же может привлекать в страшном опыте кто? А привлекает именно другая сторона. То есть он страшен тем, с одной стороны, страшен тем, что видишь правду, видишь себя, какая есть, какую есть. Вот. А с другой стороны, есть вот этот, есть этот самый кто. Увидеть который, ну, то есть встретиться с которым хочется. Там, да? То есть вся это, все это стремление к опыту кто? И, как сказать, его ценность, она. Ну не только в этом ценность. И ты же говоришь, что увидев себя как бы и правду, ты примирилась с собой, и это тоже да. было очень важно, и в этом да. тоже была ценность. Но это невозможно без этого кто примириться с тем, что ты видишь. Ну невозможно, но он нужен для этого. Но не сам по себе нужен. Вот что дело. Нужен ли он сам по себе? Да. Сам вот. По себе нужен. Ты его как бы используешь, понимаешь, как утилитарно. То есть и опыт, что то пытаешься использовать для того, для каких-то своих целей. А вопрос просто о встрече стоит. Как вы, знаешь, смотришь в глаза человека, и все, тебе вовсе не важно, что там дальше будет, как это случится, для чего этот опыт. Нет ничего утилитарного. Ты же вот когда говорил про камешек, там, да ты видишь камешек, тебе да. не важно, какие-то. Ты о себе забываешь. Забываешь здесь о себе. Как бы, здесь так же, так же. Здесь тебя вот этот опыт забывания себя с камешком, он даже чище получается. Конечно, понимаешь? Да. Более свят, что если можно так говорить, на религиозном языке. А там ты начинаешь беспокоиться. Ой, как я одета там, а что там подумает? Ой, там светит, то, другое, третье там и прочее. Ой, я такая. Да, и ты как бы вот эти вот постоянно субъективные ворота пытаешься закрыть. Это вот пробивается, а ты вот пытаешься закрыть и как бы оказаться опять рядом с собой. Важно ли это, какая ты? Почему а это может быть важно просто открыть? Нет, почему вообще как бы это становится темой, условно говоря, вашей встречи. Почему это да. важно? Почему именно тема ты, а не просто встреча с равных сторон? Не он, не тот же мир, да. да. Вы, может быть, как бы вы можете встретиться, да, и говорить про этот камень. Да, да, именно вот. Так. А не про тебя. Этическая субъективная заточка. Ты как бы стесняешься себя, получается. Ты вот встречаешься с кем-то, хочешь встретиться, а как бы стесняешься. Как бы, а что-то я как-то недостойно. И будет, это стеснение, там. Да, мешает. Это мешает. А с камешком ты встречаешься, с камешком тебе не стеснительно. Ты можешь потому открыться. Потому что камешек, извини, не обнажает. Правильно. Я вообще, ну, я отказываюсь от себя. Я и говорю, это односторонность, да. Видишь, ты как бы спокойности чувствуешь. Камешек тебя не свидетельствует, то это да. как бы тебя это не пронизывает, да, там тебя не видит. Как бы. А тут, когда кто-то тебя видит, ты начинаешь стесняться, меня видно как-то, я вроде как голенькая, там, туда-сюда, может прикрыться там и прочее. А вопрос и состоит в том, что вот попытаться этот вот как, почему опыт, что все-таки язычество более честное, да? Там камешек и кто, все смешано в одно. И там, может быть, можно к Богу-то прийти по-настоящему, да, вот не думая о том, кто ты такой, как там, чтобы голенький ты, не голенький. Да плевать вообще. Конечно, на конечно. В конце концов,
Ты такой, какой есть, другим быть не можешь, правильно? Вот и все, надо. Это и есть смирение. Смирение с тем, какой ты на самом деле есть, а не с тем, каким ты можешь казаться там. Конечно, можно казаться там каким-то это, тем, другим, третьим, четвертым. А настоящий все равно ты какой-то один. И уж перед Богом-то пытаться там что-то показаться, перед тем, кто читает сердце и видит насквозь, это не просто бессмысленно. Не говорит о том, что нам перед ним надо показаться, она не об этом говорит. Не, ну а что стесняться? Просто важно, понимаешь, не, быть голеньким, не стесняться. Как бы маленькими детьми не, были. Неправильно. И не про стеснение. Ну, а речь идет просто только о том, что это становится темой вашей встречи. Вот что меня смущает. Mm-hmm. Что это тема вашей встречи. Да, согласен, да, тоже. Вот мы же встречаемся, а тема может быть разная. Ну да, не всегда мы обсуждаем крепости, которые построил Булат. Или мои компьютерные. Вот сегодня зато с вами разбираем. Разбираем ее. На самом деле, тут я по поводу хотел бы немножко в другую сторону, примерно о том же, да, поговорить. Дело в том, что вот я всегда поражаюсь, что вот есть какая-то повседневность разговора с людьми, да, и есть какая-то такая, как бы сказать, усредненность разговора, да, как бы ни о чем. То есть идет как бы разговор ни о чем, и люди тратят свою жизнь, тратят свое время, да, ни на что. И вроде как бы все это нормально. Я вот когда смотрю на такую усредненность разговора, я даже не говорю о разговоре, там, допустим, каких-то алкашей, там, да, это вообще падение. А в принципе, вот нормальные люди встретились и говорят ни о чем, о погоде, там, а что то, что на работе произошло. И мне кажется, на самом деле, что вот это вот как-то неправильно. И я всегда пытаюсь в таком разговоре вот это вот нарушить, как бы, да? Нет, причем заметь, это куда как бы греховнее, чем играть в компьютерные игры. Вот. А? Не то, о чем вообще. Да. Я объясню почему. Потому что как бы вот эта именно встреча, да, которая потенциально в себе содержит гораздо больше. Которая содержит все возможности. И она как бы унижается, да. Да, да. И вот я это постоянно чувствую, у нас когда, помнишь, встречу выпускников было, я не могу довести, меня нестерпимо, что вот люди встречаются ради того, чтобы не говорить ни о чем. Чтобы просто посидеть, как бы, и разойтись, да? Ну, показать. А я к тому, что там, да, на самом деле вот про встречу, да, как я вижу в этом вот эту возможность, да, вот еще раз как-то открыться навстречу друг другу, да, что-то такое сказать, может, прояснить, там, как-то вот. Попытаться, может быть, что-то понять. Да, вот это же та самая возможность. Ближе стать. Когда я говорю, допустим, о выпускниках, да, вот мы встречались, да, речь ведь шла о том, что мы когда-то там, это, сколько там лет, ну там 10-15 лет назад друг друга знали, были одними людьми. А сейчас мы стали другими, и мы можем сравнить, да, что изменилось. Как, что такое, в принципе, мы можем понять, что такое история, да, вот, человеческая история. Что вообще меняется, что остается. И это можно обсуждать. А не просто встретиться, как галочку поставить, выпить там, привет, и разойтись. И вот мне всегда это вот, всегда с нестерпимым. Я всегда вот выхожу с этим разговором, и сейчас просто чувствую, что другие люди этого не хотят. Вот. Они даже напрягаются почему-то, и даже злятся. Mm-hmm. Как будто бы я вторгаюсь в вас что-то, как будто бы вот я нарушаю некую тишину, знаешь, некие правила. Вот есть какое-то правило приличное, как будто бы я не совершаю неприличные вещи, как будто вот перед ними разделся и пляшу тут. Понимаешь? Ну, Булат. И меня всегда это поражает, на самом деле. Да, что-то удивительно, понимаешь, о сокровенном. Да дело важно. Даже не только о сокровенном, а о важном. Вот. Важно. О сокровенном то ладно. О это важном, и согласен. Это просто о важном и серьезном. О важном и серьезном вообще не всегда хочется говорить даже с близкими людьми. А уж тем, кого ты не видел 10 лет. Ну вопрос тут даже не хочется, да? Хочется, не я хочется. Я бы сказал, а кто такие близкие? Может, понимаешь, приличный. А кто нам близкий? Вот каждый мне приличный. Для меня кажется, что близкие те, с кем можно разговаривать. А с кем нельзя разговаривать, они уже и не близкие. Они, может быть, близкие там по какому-то там. По формальному. По формальным признакам, да. А вот фактически близкие нам те, с кем мы вот такие вещи обсуждаем. А что там остальные? Вот опять же про религию говорится. Кто нам является? Вот к кресту пришли. Мать и братья, там, родственники пришли его забрать, да, потому что он не в себе. И он встал перед всеми и сказал, типа, там, тот, кто это, исполняет заповеди... Не Христу. Христу пришли. А, Христу. Да, вот, тот, кто исполняет заповеди Божьи, тот для меня это мать, сестра и брат. Да. То есть, понимаешь, он расставил все по своим местам, сразу. Но если на наш разговор переводить, кто нам близкий, вот, те, с кем мы вот ведем вот, важный разговор в жизни, да, вот, с тем, кто... с кем мы как бы вот готовы его разделить, те и являются на самом деле настоящими близкими. А те, кто просто по рождению нам близкие или случайно оказались там рядом, просто в смысле этого,
там, по национальности, по каким-то другим признакам. Почему они нам близкие-то? Потому что это где-то записано в каких-то книгах, что ли, там. И принято считать, что это, и они являются нам близкими. Вот о чем идет разговор. Это некий есть близкие по условности, да? А есть близкие, как бы, на самом деле, по-настоящему. И когда я встречаюсь с людьми, я вот удивляюсь, если я с ними встретился, а может быть попытаться, может это та самая встреча, где я должен открыться им, а они должны мне открыться. Они не верят, что это... Они не верят, я согласен. Они не верят, они не считают, что эта встреча может, допустим, быть иной. Они считают, что эта встреча, она должна быть такой же, как и все другие встречи в этом мире, да? Закрыться в сферу своей субъективности и обсуждать просто незначащие вещи. Как бы отсрочивать вот этот разговор. Вот разговор-то все равно когда-нибудь состоится, да? А может и не состоится. Нет, тоже пожалуйста. Как бы бывает, не состоялся разговор. Может быть, это и есть как бы трагедия жизни. Не, ну я просто могу сказать, что у меня весь опыт жизни состоит вот из таких казусов. Я везде пытаюсь выйти, да, попытаться поговорить о серьезном, и либо люди закрываются и просто полностью со мной прорывают всякое общение, либо переводят разговор, там, как хи-хи, ха-ха, там и прочее. Либо на самом деле действительно я обнаруживаю встречное движение, и вот возникает интересная там беседа, там возникает вот нечто интересное, вот, возникает то, что называется встреча. И каждый раз так. И также вот на самом деле, если думать о Боге, то ведь как бы Бог это просто другой, да, тоже такой другой. И он тоже должен как-то открываться именно, ты должен быть готов. Быть да, сам открытым должен. Думать не о себе. Да, думать не о себе, да, а думать о важном. Понятное дело, что мы для каждого из нас наши проблемы важны, но вот... Наши там как, вот мы слышим, правильно ли мы поступаем, там, хорошие ли мы или плохие. Но, как бы, может быть, это не последней важности вещи. Просто это же, опять же, эгоизм, да? Как бы прийти на встречу с другим человеком, и он говорит, да, вот у меня то, все, третье, десятое, давайте послушайте, что у меня. А все другие сидят и слушают, как бы, им как будто бы интересно. А ты, опять же, остался, вроде бы, говоришь о важном, но остался внутри себя. Даже если им интересно, допустим, Богу это все интересно, да, допустим. Но все равно, как бы, даже если ему это интересно, да, вот. Все равно совесть-то есть. Ну, я когда на самом деле о себе рассказываю, я всегда это повод как бы другому, дать возможность другому открыться. Ты насчет что-то о себе говоришь, и как бы другой чувствует, что вроде так же нельзя поступать, да? Что он тоже не может открыться. И как бы взаимное открытие происходит. Эти субъективные сферы постепенно как бы деформируются, и вроде что-то получается. Не всегда получается, но вот иногда. То есть это такой хитрый прием, такой метод. Начинаешь о себе говорить. Да, Бог-то тебя видит насквозь, поэтому это глупо с Богом так поступать. Это неправильная стратегия, это замкнуться и про себя тоже. Что, как там со мной? Ты понимаешь, здесь вот в чем дело-то. То есть, вот этот первый опыт, то он просто... Просто в чем дело? Этот свет, он... скажем так, тот воск, в который, тот воск, не знаю, там, грязь, в общем, то, что в тебе есть плохого, он высвечивает, он растапливает, начинает нестерпимо жечь. То есть, вот, под лучом этого света ты ослеплен этой вот, сказать, этими своими ранами, ослеплен болью вот этих ран, и поэтому ты, как сказать, до света, до самого этого кто, и не можешь добраться. Вот. То, может быть, потом другой опыт кто? Возможен такой, что вот ты уже понимаешь, что ты видишь это кто. Ну, не то чтобы видишь, тебе не так больно, то есть ты можешь открыться, ты можешь в себе что-то принять. Так. Вот. Но просто первый опыт, он ослепляет твои свои собственные несовершенства. Вот в чем дело. То есть он это вот свое несовершенство, оно не дает увидеть, собственно говоря, это кто. Этого кто. И... Понимаешь, а с одной стороны, а с другой стороны, та истина, которую ты открываешь, та правда, которую ты видишь, ты понимаешь, что этот кто такой, что я хочу его увидеть. Но вот сейчас мне больно. А потом начинаешь убегать, и вам не было больно, да, он, конечно, такой, да. Я хочу его увидеть, чтобы не было больно, я хочу убегать. Вот. Но ты хочешь его увидеть. Ты хочешь еще раз этот опыт кто? Подожди, а все-таки, а неужели человек не может под собственным светом все это увидеть? Вот просто, ну, мы знаем, там, да, надо к другому обратиться, чтобы там свои недостатки там какие-то узнать. Но все-таки, неужели ты всего этого не знала, то, что в тебе открылось? Знала. Может быть, как бы суть состоит в том, чтобы, условно говоря, практиковать вот самого себя в свету, все время держать в своем, чтобы при встрече при этой ничего не изменилось,
чтобы как бы вы уже... В этом и заключается, понимаешь, аскетика и, ну, и, в общем, практика праведной жизни. Но ведь не очень легко сказать. Не, ну, во-первых, практика... Если от Бога спрятать... Одно дело, как бы все раны, условно говоря, залечить, да, и все недостатки искоренить. Вот это практика праведной жизни. А другое дело, как бы вот это трезвое осознание, то есть, ну, не сокрытость себя от себя. Добиться этого. Это все-таки задачи разные. Может быть, как бы надо действительно к праведности стремиться, я не знаю, но... Ну, просто, понимаешь, праведность, она без этого трезвого взгляда невозможна. Это понятно. Это понятно. Вот, просто этот трезвый взгляд, с него очень тоже очень легко от него убежать. Понимаешь, если можно убежать даже от этого опыта, кто, который от тебя не зависит, который просто вдруг пришел и случился, понимаешь, от него тоже можно убежать. Вот, а уж от собственного трезвого взгляда да запросто можно убежать. Да. Обмануть себя там, да, вот, а вот здесь, да ничего нормально так. Ну, знаешь, я же была когда-либо. В романе Достоевского, «Братья Карамазовы», там есть такой... Старец есть, я не помню, как его зовут. Он говорит, что как бы вот важно именно быть перед собой честным. То есть он как бы не дает никакие напутствия, там, заповеди исполнять или что-то. Говорит, будьте просто перед собой честным, себя вот не обманывать и все. То, что все остальное отсюда на самом деле. Себя не обманывать, да, это начало, да, начало правильности. Потому что если мы себя обманываем, да, мы все-таки хорошие, а мы вот все-таки порассуждать, а мы все люди такие, тут, тут, там, 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 там. И вроде как ты неплохо. Если себя не обманывать, то как ты вот, не обманывая себя, не обманываешь ли ты себя? Думаешь, что ты себя не обманываешь? Нет. А знаешь, как бы вот про святых-то говорят, уж если мы на рельсы встали, что святые, на самом деле постоянно удивляются, насколько много, и каждый раз, насколько много у них вот этого, да, что надо, порог и прочее. Казалось бы, движение должно быть обратно. Чем ты более свят, да, чем ты более праведен, тем меньше в тебе как будто этого темноты, да. А получается наоборот, чем более ты праведен, тем темноты-то ты больше и замещаешь. Но если это так, то какой смысл тогда вот эту темноту скрывать, если все равно даже праведный человек, бесконечно праведный, но только... Его праведность только в том состоит, что он все больше и больше этой темноты видит. Он все больше и больше считает, что он более недостоин жизни. Понимаешь? О чем тут говорить о тебе тогда? Почему, взирая на этих святых людей, надо понимать на самом деле, что ну, вот так устроен человек, но не может быть он как бы совсем состоит из света. Всегда в нем есть темнота. Надо просто стремиться как бы к чему-то там. Это уже стремиться. А темнота, она все равно есть, так устроена. Надо смириться с этим. Это же тоже смирение. Смириться с тем, что в тебе есть темнота, это тоже смирение. Мы немного зашли как бы в религиозные темы, но просто сама, как бы изначальное рассуждение философское, оно на самом деле именно и может быть такое. И вообще-то говоря, любая философия, она есть... теология, да, или богословие, и неизбежно. Ну, Блад, ты не преувеличиваешь. Сейчас мы свалились в эту тему, потому что это меня беспокоит. Не-не-не, на самом деле, ты не права. Меня эта тема всегда интересует. Просто в иные периоды больше, в другие периоды меньше. Вообще говоря, вот есть какое-то это многообразие темы, и они на самом деле постоянно бытуют. Я то в одну тему попадаю, то в другую. Там для меня это все очень важно. Не далее, как вчера, допустим, был семинар, я опять же про богословие говорил. Всем было, допустим, Игорь явно выражал, что я ерундой типа занимаюсь. Я уж не знаю зачем, причем делал это как бы вызывающе, да, там, как будто специально показывал, что вот, типа, эта тема там ерундовая. Потому что и вообще для него все темы, которые связаны с богословием, для него всегда вот она, всегда их сторонится, всегда от них отталкивается, да, вот, всегда от них заграждается. Не хочет он это обсуждать, и не знаю даже почему. То ли это для него слишком сокровенно, то ли он в принципе не пускает в свою сферу такие разговоры. Нету таких тем, и все. Понимаешь, она просто ерундовая по определению. Потому что его в сфере субъективности таки, такое войти не может, и он не пускает туда к себе. А для меня эта тема всегда важна. Потому что для меня даже если Бога нет, все равно тема Бога важна. Независимо от того, есть он или нет. Мне бы всегда было важно, религиозность там вообще всю жизнь была какая-то, но мне всегда было важно, мне надо точно всегда знать, вот, вот я за это держалась всегда, мне надо точно знать, вот это вот, истина это или не истина,
То есть вот это вот сейчас вот не что, это вот сейчас религиозное было переживание, или просто солнышко светит? Потому что вот часто у меня было такое, сейчас вспоминаю эти моменты, которые я воспринимала как религиозное переживание, а просто, понимаешь, солнышко светило. Просто было где-то красиво, было солнце. Было хорошо. Было, вот просто вот эта благость какая-то, мироздание, вот эта красота вечности, материальности. И я была в мирном расположении, там, вот это вот оно все слилось. Вот. И раз это является чем-то религиозным, вот, даже какая-то благодарность появляется и так далее. Вот. И мне всегда было важно точно знать, что вот, вот ладно, сейчас вот я себя обманула, да, но потом вот задним числом какой-то рефлексии, мне надо знать, что это было. Это что, солнышко просто светило? Да? Интересно как. Так, а где вот это? Где вот это вот религиозное переживание? Там раз, все, главное, да, вот получается, что переживание само по себе, вот, ты уже как бы не переживаешь, а ты да. о его статусе беспокоишься, о его как бы смысле. Ты не уверен да. даже в том, что это, есть переживание какое-то, тебе обязательно надо на него ярлычок набросить. Как бы. Не чтобы радоваться, да, да солнышко да. или бог там, вот просто вот, радуйся и радуйся, и переживай. Признание да. мира, признание Бога состоит в том, что ты как бы не задаешься вопросом, а почему так, а просто так, потому что так. Потому что, почему Бог, ты вот задать вопрос, почему Бог есть, ну это же глупый вопрос. Потому что есть, как бы, вопрос о бытии, как бы, не имеет в отношении Бога смысла, почему. Не, понимаешь, не понял, важно разглядеть. Мне важно Бог не отсылает ни к чему, вот что, это последнее. Мне важно разглядеть. Я не сомневаюсь там в существовании, в наличии, там, да, я знаю, что есть. Где? Я ищу. Я ищу, понимаешь, где оно? Да это потому что, я объясню, потому что вот в Библии, как бы, вашей религии в мозги, что есть плохие какие-то переживания, если, ну, условно говоря, есть недопереживания, которые связаны с какой-то там прелестью, еще с чем-то, а есть как бы вот действительно возвышенные, и не перепутайте ни в коем случае одно с другим. Вот это вот то, что он говорит, это только человеческое. Не перепутайте одно с другим. Вот это как бы хорошее, ну то есть вот это настоящее, а вот это вот там какая-то тень, вот то, что вас может как бы увести в сторону. Действительно, как бы солнышко светит там хорошо, а зачем как бы Бог? А в общем, как бы и не зачем. Но, вопрос как бы, ну, условно говоря, это выгодно религии, но выгодно ли это тебе? И выгодно ли это Богу, в конце концов, понимаешь? Чтобы эти переживания все были отодвинуты. Нет, еще вопрос. Ну, отодвинуть. Ты еще знаешь, что вопрос? Хорошо, не отодвинуть, а их как бы ничтожить, вот это слово, да? Чтобы они ничтожились. Выгодно ли это? Вопрос правильно ли? Есть вопрос понятия личности. Что такое личность? Личность — это нечто самостоятельное. Что такое самостоятельное? Это означает, что у этой самостоятельной личности может быть свой внутренний опыт. Ну, свой, понимаешь, самостоятельно, независимо ни от чего. Если бы весь твой опыт зависел от чего-то другого, то тогда бы ты бы не была самостоятельной, не была бы личностью, не была бы свободной. Это означает, что Бог бы, как свободная личность, с тобой никогда встретиться не мог в модусе равенства, да, а мог бы встретиться, например, в модусе «он господин, а ты раб». Поэтому опыт, который у тебя есть, он самооценен просто благодаря тому, что ты есть. Не то, что Бог есть. Не такая отсылка, да, вот у раба такая, что все самоценно только потому, что оно принадлежит господину. Там, я раб, принадлежу господину, стакан принадлежит господину, весь мир принадлежит господину, господин все создал, а я просто здесь, вот, условно говоря, никто. Потому что я полностью принадлежу господину. А равенство между Богом и человеком, вот, на чем настаивает христианство, состоит в том, что и я самоценен, и во мне есть нечто такое своеобычное, да, там, свое, и у Бога есть свое, мы встречаемся на равенстве этих возможностей. И вот этот опыт мой, он не отсылает никуда обязательно другому, он просто мой. Вот я переживаю, вот ты переживаешь вот этот камешек, да, материальность его, и это твой личный опыт, мне его ничему не отсылает. У другого, может, этот опыт его нет, у другого другой опыт, у третьего третий опыт. Не, ну главное, вот мне кажется... Должна быть самостоятельность пример, обязательно. Пример самостоятельности. Вот это, там, допустим, переживание в картинной галерее очень характерно. Когда ты переживаешь здесь на картину, вот она красива. Но если ты как бы тут начинаешь присовокуплять, что вот как бы я восхищаюсь этим художником, тут уже есть какой-то как бы... Отсыл пошел. Да, отсыл какой-то, что-то прибавлено сюда. Понимаешь? Ну на самом деле тебе, ты восхищаешься картиной, вот. Но даже если ты идешь о картине, это специфический опыт. Но если говорить о личности, у личности на самом деле это целый микрокосм. И он такой же самостоятельный, как и макрокосм.
И он на самом деле своей самостоятельности, а свой независимый, от Бога опыт, даже просто свой, от Бога независимый, вообще независимый ни от чего. Что такое свобода, да? Это разрыв. Весь мир можно представить как это, как необходимость, да, как сцепление законов. А свобода вот это вот отдельная своеобычная сфера. Как разрыв. От Бога. Не очень понятно, тут о другом речь. Нет, я просто к чему говорю, что она опыт этот пытается, опять же, объяснить это. То ли он божественный опыт, то ли какой он опыт. Это опыт о Боге или не о Боге? Вот о чем этот вопрос. А я и говорю, что надо не так задаваться вопросом. Надо говорить, что у тебя есть свой опыт. Когда будет опыт о Боге, это будет сразу ясно из самого опыта. Если возник вопрос, этот опыт о Боге или нет, значит, это твой личный опыт. Я даже не сомневаюсь, то есть я когда... Нет, значит, лично это принадлежность, он всякий опыт ее лично, всякий. Нет, вопрос, а когда мы говорим о встрече? Нет, но то же самое, о чем он, понимаешь? Это все равно, что явление... А как там, это все равно, что явление и там, не знаю, условно говоря, вещь себе. Вот это у тебя опыт явления или опыт вот о чем-то? След там какой-то ты увидел чего-то. Ну, условно говоря, допустим, увидел вот этот мир, вот отсылка, да, в чем бы стала? Ты увидел этот мир и увидел в нем след Бога, понимаешь, и он тебя восхитил. Или тебя восхитил сам мир. Вот как бы что, есть задний план, и ты к нему отсылаешь свое восхищение, там, не знаю, свое благоговение, свое переживание. Или ты... Ну, я понимаю, а я как раз разговор веду о том, что это что... Должна быть сфера опыта твоя личная, для того, чтобы ты как личность смогла состояться. Если все будет отсылать к Богу, значит, тогда не останется места тебе, тебе места не останется. Должно быть твое место. Ей не останется места, а миру не останется места, ты не путаешь. Миру, как бы вот этому переднему плану не останется места, он будет проходным. Она-то тут при чем? Весь опыт и так ее. Забыли там про церковь, про религию и так далее. Пусть это чисто внутренний вопрос. Это вопрос именно как бы отношения к... Нет, я понял, что весь опыт субъективный, он все явление, да, можем ли мы пробиться к вещам себе? Нет, да не об этом, нет. А о чем? Вопрос о статусе того, что мы видим, как бы. Либо это феномен, либо сам мир себя явил, и ты не восхищаешься. Либо это как бы след какой-то, след Бога. Вот. Ну, я понял. Ну вот, и просто говоря что об этом... Что ты переживаешь, переживает этот мир? Об этом опыте... Что вот я ждала, вот я в этом опыте я ждала, что это будет. Я остановлюсь на этой материальности. То есть я сама не пыталась ничего сделать. Я просто вот в этом чистом опыте я ждала, там это я что это будет? Это опыт материальности или дальше что-то будет? То есть будет ли кто или не будет кто-то? В этой тишине никого я увидела. Я увидела чистую материальность. Вот. Ну, понятно, что никакой кто там по твоему просто желанию так просто не появится, но если я от него бегаю. Вот. Но просто это было большим удивлением, что вот этот вот опыт материальности, он вообще такой вот чистый есть. Что он может, что остановка вообще такая возможна. Да, что вот это, что эта остановка произошла, и что многое в моей жизни, оно оказалось именно таким. Что я-то думала, что у меня там кто там чуть не каждый день, а тут мне кажется, что каждый день. Это было большим откровением. Вот, а я как раз считаю, давно считаю, очень давно, в связи с этим, что вот религиозная, как бы, религиозный дискурс, он уничтожит мир. В этом как бы мое единственное обвинение, что он как бы уничтожит вот этот опыт материальности обязательным переходом как бы к Богу, как бы к вот этому какому-то заднему плану. И тем самым как бы уничтожит мир. То есть они в каком-то смысле пережёвывают. Вот. То есть они восхищаются миром только постольку. Это только христианство. Да? Ну, потому что, как бы, я говорю, языческая религия, она же как раз в мире растворена. Она же растворяет как бы опыт религиозности в самом мире. Они восхищаются именно миром, как божественным миром. Ну, христианство. А христианство, оно противопоставляет немножко. Есть такая тенденция. Да, немножко. Противопоставлять божественное и мирское. Вот, как бы, не, ну, даже, противопоставление связано с тем, что сам вопрос об этом различии у тебя возникает. Понимаешь? Что вот ты сама стремишься это различить, это уже значит, что они противопоставлены. И правильная, конечно, религия, которая должна, и мир же ведь тоже, ведь божественное творение, она должна, это именно здесь баланс должен быть, конечно, и мир тоже важен, и Бог, и божественная сторона важна. То есть и кто, и что, все это важно. Нельзя ни от чего отказываться. То есть
Если и существует какая-то аскеза, да, то она не такая, что надо от мира полностью отказаться, там, уйти в погреб и там сидеть. Я тоже так считаю, и как бы всегда так считала. То есть я не считала никогда, что материальность, она сама по себе плоха, потому что она материальность, потому что это не духовно. Ну, путь монашества именно таков, понимаешь, полностью. Подожди, дай мне говорить. Просто почему я сейчас боюсь, почему я сейчас вот так вот еще бегаю там, по религии, потому что я боюсь, что если я буду делать что-то, чтобы вернуться, я не сделаю ничего. То есть у меня сейчас есть это что? Опыт что? Да, опыт материальности. И пытаясь вернуться там, ну, вот, в церковь, да, я не буду больше гоняться ни за чем, как за опытом материальности. То есть я просто буду обманывать себя, что я живу религиозной жизнью, хотя ничего, кроме материальности, у меня не будет. Вот. И что нужно на самом деле для того, чтобы вернуть опыт к Тору? Для того, чтобы был религиозный опыт? Я не знаю. Вот. То есть, а стоит ли обманывать себя, возвращая себе особый опыт что? То есть, как бы возврат именно к этой культуре, там, ее при благородстве, благородном, не знаю, благородной красоте. Вот. Когда этот опыт что, в любом камушке раскрывается и так, да? Да нет, мне конечно, мне дорог безумно, и опыт этой вот православной культуры, я просто скучаю по нему, скучаю, как скучают по как красоте. По дому там. Да, я скучаю по нему, я хочу вернуться. Вот, но и чисто вот из этой какой-то непонятные аскезы, лишая себя этого опыта, я пытаюсь понять, а что же я, где же мне найти опыт кто на самом деле? Потому что если я вернусь себе эту культуру и красоту, вот, я немедленно верну себе опыт кто, а может быть я снова не захочу его возвращать, а может быть мне снова будет хватать, может быть снова моя дыра затянется в этой ряске. Вот. А я хочу уже понять до конца, вот чего же мне делать-то надо? Ну, наверное, только опытным путем это может быть. Ну да, но опыт, ну как бы я сейчас думаю, вот как это мне быть. Потому что. Я поэтому думаю, да. Надо идти просто в церковь, что. Ну, я пойду в церковь, и я верну себе опыт что? Да посмотрим, что произойдет. Может, мне и ничто. Так опять же, потом, если ты почувствуешь. Можно ничего не изменить. Нет, понимаешь, дело, если ты вдруг ослепнешь, конечно, в этот момент. И начнешь себя обманывать и говорить себе, что этот опыт, что это опыт, то вот тогда как бы опасность. Тогда здесь надо сейчас сидеть и думать, вот, а стоит ли, как бы, а как правильно поступить, а как бы пойти, чтобы этого не произошло. Но если ты способна все-таки как бы себя не обмануть, тогда нечего бояться. Ты идешь, как бы, если ты обнаружишь там тот же самый опыт, что, и потом, допустим, ты чувствуешь, что он не сильно отличается от другого, и как бы ничего не произошло, ну, значит, как бы так оно и есть. Конечно, он сильно отличается. Смотри, я же о чем я говорю, что можно если даже пусть он будет простой материальностью восхищаться, ну, пусть он будет. Ты просто, да, вот это осветление произойдет. Почему как бы получается все время, что один как бы замещает другого? Почему как бы ты боишься, что ты с ним встретишься, и он заслонит или не даст возможности произойти опыту кто? Почему как бы они в конфронтации находятся? Потому что он настолько питательный опыт именно этого, ну, что. Не надо мыслить все время нуждой. Вот как бы, что ты напиталась как бы этим опытом, и тебе больше да, уже не нужно. Утилитарно пытаешься как каждый раз скатываться в утилитарное. Попробуй как бы вот не утилитарно. Не от нужды это же. Не от нужды, да. Это же как бы сверх всегда. Ты же можешь без Бога обойтись, можешь спокойно жить, и ничего не произойдет. Ничего не изменится в обычной жизни, ведь ничего не изменится. Бог есть или Бог меняется. Что-то меняется, а как бы от того, что ну, раньше менялось, по крайней мере, людям. Когда Соня ходила в церковь, это было важно, это же меняло ее жизнь. Вот. Сейчас она не будет, это тоже меняет ее жизнь как-то. Вот она, допустим, переживает, она об этом думает. Это как бы самое, что ни на есть изменение. Ну, могу тебя просто успокоить, вот Валя же, Валя очень религиозный человек, и вообще религиозный человек постигается в том, вот, в каком-то страхе Божьем. Он точно так же боится Бога призывать и говорить, Боже, да будет по тому, как ты хочешь, да, он боится это говорить, он не сразу страшно, потому что ему страшно. На самом деле, ну не боится он довериться Богу так.
потому что он в него верит по-настоящему. Потому что он знает, что это не пустые слова. Он это не просто так вот произнес это и все. Он знает, а вдруг что-то изменится? А вдруг Бог его на тот путь наставит, который ему, ну как бы мало ли, пути разные бывают. Он боится, боится. Вот как бы вот тоже так же прячется понемножку. Так как-то вот. Он вроде как. Нет, я просто к тому говорю, что твоя проблема, она фундаментальная. Это не твоя личная проблема, это фундаментальная проблема. Это я тоже понимаю, я же не говорю, что это что-то особенное. Для тебя это особенно. Я просто имею в виду, что ты решаешь фундаментальные проблемы в общем. Общечеловеческие. А почему так страшно, чтобы как бы. Ну вот мне не страшно, на самом деле. Я могу довериться. Пусть как бы будет. Но это означает что? Это скорее означает, что я в Бога не верю. Почему? Понимаешь? Нет. Ну ты же не только Богу можешь довериться. Да, была. Ты бы и другому человеку в какой-то ситуации мог бы довериться. Страшно малодушному человеку. Вот мне малодушному человеку страшно так говорить. Если человек не малодушный, может, ему не страшно будет так говорить. Ни человеку доверять, ни Богу доверять, может, ему и не страшно. Вот. А малодушному страшно. Смотрите, когда вот в Евангелии написано про веру в Бога, там на самом деле написано про доверие. Там вера понимается в смысле доверия. А не в смысле того, веришь ты, Бог есть или Бог нет. Богу как-то все равно веришь ты в тот, что там никто и не сомневается в этом, да? Да, именно. А именно о доверии. Доверяешь ли ты Богу? Насколько ты ему доверяешь? Помните, по вере вашей да будет. То есть, если ты доверяешь, что скажешь горе перед Витязь, так доверяешь, что это случится. Ну что, и гора перед Витязь. Условно говоря, вера как бы, вот либо Бог есть, либо нет, да? Нет. Ну, что тут, где тут степень может быть, да? Где тут по вере, да? Вот. Что тут особенного, да? Именно не так. А вот эта степень доверия... Кто там веру испытывали Авраама там, да? Mm-hmm. То есть в чем, вот он, Авраам, велика твоя вера. Он, в чем было испытание веры? Доверяешь ли ты Богу? То есть, да, именно так. Сыну своему доверишь сейчас? И там про Авраам же сказано, хорошо, это Павел об этом пишет, что как-то верою жив будет, да? На самом деле, человек верою жив будет не в том смысле, что он будет верить в Бога, а в том смысле, что он будет Богу доверять, он доверием жив. Он просто на Бога как бы оперся, и вот и все как бы так, как надо. Вот, понимаешь? Это, он этим жив, что он оперся на Бога. Но здесь есть момент вот, нужды, как говорит. Потому что он все-таки в Ветхом Завете вот эта нужда постоянно присутствует, что человек без Бога не может, и Бог это вот как бы ему нужен. А как раз Евангелие, да, Новый Завет, он как раз начинается с того, что сверх. Да, вот, помните там вот, постоянно, вот, когда на горной проповеди Иисус Христос что говорит, он говорит, что сказано древними одно, типа, а я говорю вам. Это не противопоставление. Это просто на самом деле, что вот сверх находилось. Да, это главное вот по поводу сверха, по поводу того, что встретиться свободные могут, да? Да, это все. И это по все... поводу самообмана и да. прочего. Да, точно так же, как бы, ты должен довериться себе, ты себе должен доверять. Вот как бы в какой-то момент, да, вот ты должен сам себя просветить светом и доверить уже себе. Не так, что там, а может быть, я себя обманываю в том, что я себя не обманываю и так далее. Но довериться не в том плане, что как бы, вот как раз пребывать в какой-то там, не знаю, в каком-то заблуждении. И в сокрытости. Или нет? Нужно довериться себе? Или я тут не прав? Ну, здесь лукавство просто есть. Потому что довериться себе, это означает как бы посчитать, что и так все хорошо. Тут, понимаешь, вот как бы перед Богом мы, конечно же, можем выступить как свободная личность, но все равно нужда вот эта, она все равно присутствует. Mm-hmm. Потому что Бог это бесконечность, а мы как бы все равно как не присутствуем. Неравенство. Да, неравенство присутствует. Да. То есть лукавство как бы, надо просто все-таки вот это неравенство понимать. И хотя как бы перед Богом мы должны выступать как дети Божьи, то все равно все-таки дети меньше родителей. Чем-то меньше. Вообще говоря, есть даже такая тема в Евангелии, Достоевский любит, что это типа, не стыдиться. Не постыдиться Бога. Бог же унизился на самом деле, да? Да, разбойника, преступника. Последний. И человек должен, наверное, себя не стыдиться. Какой бы он ни был. Может быть, в этом все-таки проблема какая-то.
потому что у нас есть образ самого себя, какими мы должны быть, а, и он не соответствует тому, что есть. И мы как бесконечно откладываем встречу. Да, вот я сначала стану таким, каким я должен быть, а потом как бы, ну, а он может как бы ждет, так сказать. Вот. Такой, какой есть, какой, какой родился, какой пригодится. Ну, это из разряда, на самом деле, как видео записываешь, а сам думаешь, там, скажешь не то слово, там, как-нибудь, что-нибудь не то случится, там, опозоришься. Вечный такой позор, знаешь. Ну, позор же вообще, как бы, важная тема, позор. Человек же социальное существо. Понимаешь, Булат, и это тоже важный стыд. То есть, есть такой момент, да, вот этот странный стыд, там, что ты... Ну, не странный, вполне понятный стыд, что ты не такой, что там, ну, там, я недостоин, что такое. Но не только дело в этом. Мне очень просто важно, что... а приду ли я к Богу, придя к Богу? Понимаешь? То, что мне должно помогать, не будет ли мне мешать? Знаешь, что такое есть проблема, она фундаментальная. Вообще говоря... Для нас что-то существует, поскольку мы это уделяем личное время. Вот. Еще больше ты о Боге думаешь, даже если Бог не приходит, тем больше как бы Бог, как бы, условно говоря, в твоей жизни присутствует. Не обязательно должна быть какая-то яркая встреча вдруг такая, чтобы, знаешь, вот прямо из ряда вон выходящий опыт. Присутствие Бога, оно уже оно незримо существует, понимаешь? Ты просто, если ты об этом постоянно думаешь, о том, что он существует, и если ты этому уделяешь время, зачем нужна молитва, зачем нужна вообще церковь, зачем нужно об этом думать, да? Потому что ты уделяешь свою жизнь этому. Это означает, что для тебя это важно. Одно дело, человеку уделяет жизнь другому, там, машинам каким-то, там, какие-то еще какие-то женщины, там, еще каким-то вещам, да, там, в жизни. Значит, для него это важно. А для тебя важно это. Важно, да, если о Боге думаешь, если о Боге рассуждаешь, ты, если постоянно... вот у тебя есть колебания, а этот опыт, а этот, и прочее, да, то как бы это означает, что Бог в твоей жизни есть. Можно не сомневаться в этом. А ты хочешь как бы постоянно яркой этой встречи. Даже у святых людей такой яркий опыт не всегда случается. То есть люди всю жизнь молятся, всю жизнь как бы посвящают этому открытию самого себя, да, возможно, созданию вот этого места, для того, чтобы Бог пришел. А Бог, может быть, и не приходит. Это же не надо воспринимать это как награду, либо как наказание. Потому что Бог, как бы, ну, надо верить, довериться. Зачем? Если это такое происходит, так, значит, видимо, так и нужно. Может быть, если Бог тебе во всей своей мощи хорошо, придет, ну, а не возгордишься ли ты, не подумаешь ли ты, что вот на самом деле... Это понятно все. Это тоже все понятно. Но есть еще такой момент. С одной стороны, понятно, что Бог может присутствовать там, в моей жизни, там, независимо от того, хожу ли я в церковь, там, молюсь или что-то такое, вот. Но ты правильно сказал, что человек, в жизни человека присутствует что-то, если он уделяет этому время. Вот. Да. А я еще могу сказать, даже усилить, а вот если ты что-то делаешь, то есть если есть какая-то особая деятельность твоя, моя, то есть я, чего я ищу? Я рвусь и мучусь, и не могу понять, где та особенная деятельность, религиозно. Где она? Ну, смотри. Чтобы что-то существовало, какая-то сфера жизни, чтобы существовало, что нужна какая-то деятельность. Мышление? Ну, то есть то, что я чисто теоретически о чем-то размышляю, это одно. Я говорю, а где это особая деятельность? Смотри, пример с другим человеком. Зачем сразу брать Бога? Ты когда другому человеку, с другим человеком... Тоже как бы не очевидно. Ты да, не что ты должна сделать для другого человека, чтобы просто с другим, ты с другим человеком общаешься с ним как-то там. О нем думаешь, да? Что надо такого сделать особенно? Просто он есть, и ты есть. Ну, что-то нужно делать. Да, ну, допустим, да, надо делать много, но тем не менее, сейчас просто размышления там, думы о человеке, да, намного важнее, чем миллион там действий, да. Хотя и действия тоже важны. Но все равно же здесь нет такой обязаловки, потому что он должен какие-то специфические действия. Понимаешь, это все, это какая-то, вот, ты говоришь про ладность в жизни, уже говорили, должна быть какая-то ладность, ты должна просто как бы чувствовать и чувствоваться там, и чувствование понятно. Но с Богом у тебя... У нас с Богом все хорошо. Да, понимаешь? У тебя же, Богу же от тебя ничего чувствовать. Не нужно, правильно? Утром кофе ему не надо делать, Богу от тебя ничего не нужно, он полнота.
Все, что ты можешь Богу дать, возможно, это вот как бы прийти к нему, там, пообщаться с ним можешь там. Ты ему дать-то. Что ты можешь дать ему? Ты можешь дать ему радость от того, что ты с ним общаешься. Что ты как бы живешь в некой радости, да, что ты вот не ушла в тень, там, да, что ты вышел на свет. Что вот, а еще. А может быть, он просто радуется тому, что у тебя все хорошо. Да, а может быть, он этому радуется, да. И этого достаточно. Конечно. У меня вот такая гипотеза есть, да? Вот есть такие IT-отделы администраторов. Вот, да? И когда они хорошо работают? Они работают хорошо тогда, когда у них нет работы. То есть вот они, допустим, у нас сидят, играют в компьютерные игры. Кто-то там возмущается, говорит, что они, значит, как бы вот бездельники и так далее. Но на самом деле, если они могут играть в компьютерные игры, и не происходит никаких казусов, где они должны приходить и что-то там исправлять, значит, они работают хорошо. Потому что когда работают они, значит, не работает там какой-то другой отдел. Потому что и компьютеры заняты и так далее. Вот такой как бы парадокс. Ну, я о чем? О том, что вот Бог, допустим, это я развиваю тему нужды, да? Если Бог, допустим, в трудную минуту, да, вот в жизни какого-то человека, как вот на самом деле чаще всего бывает, да, вот возникает тема Бога, все-таки как бы больше в каком-то там, не знаю, отчаянии, там, в каких-то там жизненных перипетиях, вот он возникает, он как бы поддерживает, помогает, дает ему руку, да, и как бы и вот как-то его вытягивает из этого. Вот он помог, дальше человек как бы дальше двинулся самостоятельно и живет. Дальше у него возникает какое-то вот чувство вины и так далее. Ну как же так получилось, что он тогда мне помог, он тогда мне был нужен, а теперь вот я вроде как живу, вот он мне не нужен. Это же нехорошо, он мне все равно должен быть нужен. Вот, иначе получится, что как бы он был мне нужен из-за нужды. А Бог-то на самом деле, может быть, он и не хочет, чтобы ты так думал. Он может быть, как бы тебе помог, и иди как бы. И иди. Понимаешь? Не, ну если Бог понимает только из нужды, конечно, это умаляет и Бога, и человека, который так понимает. Да? Опять же, все сводится к субъективной сфере. Просто в субъективной сфере есть, и когда у него возникает проблема, он ищет возможность ее исправить, как бы находит руку Бога. Нет, но мы с точки зрения как Бога, да, сейчас говорим, что да, он понимаю. Как бы не нуждается в том, чтобы ему одарились, понимаешь? Он как бы тебя одарил, вот, и он не нуждается в том, чтобы ты ему одарилась тем, что, допустим, теперь, когда ты в нем не нуждаешься, на самом деле, ты бы все равно тратила свое время, там, как бы, из чувства обязанности. Что такое общение? Можно общение понимать в смысле обмена. Это вопрос как раз в том, есть ли у тебя нужда общения с ним, или, может быть, такое тоже ведь возможно, ты чувствуешь, как бы, что ему чем-то обязано, понимаешь? Такое тоже может быть, психологическая такая ситуация. Вот я обязана Богу, потому что в тяжелую минуту он мне помог. Вот. Поэтому теперь, наверное, он бы этим не был доволен. Ну, понимаешь, есть какое-то чувство вины там за обязанности, и тоже понятно, я отслеживаю этот момент. Угу. То есть я ловлю себя на этом чувстве и тоже понимаю, что как бы это не совсем там хорошее, что нужно. Вот, и есть и желание общения, понимаешь? То и другое есть. Мне просто. А потом вообще это очень сложно, даже ну, про Бога, допустим, не говорит, бывают друзья, да? Вот как бы вы общались, а потом как-то вот как бы перестали, вроде темы, не знаю, что пали, еще что-то. Ну вот как бы. И вроде как нужно продолжать общение. Нужно продолжать. Но это как-то через силу, это не складывается. И вот это как-то глохнет, и вроде как бы неудобно, и все чувствуют вину. Вот, что как так происходит. Даже в обычном общении между людьми. Вообще говоря, конечно, строить отношения с Богом надо строить так же, как с отношениями с другим человеком. На самом деле. Ну, а если это так, я говорю, то это значит, что они могут и как бы да, начаться и закончиться. Могут. Но только просто разница состоит в том, что Бог как бы всегда открыт. Понимаешь? А когда ты с другим человеком. Почему ты так думаешь? А потому что ты с другим? Ну потому что. То, что Бог гневается и прочее. Нет, не гневается, может быть, ему иногда... Нет, просто, когда мы общаемся с другим человеком, другой человек может обидеться, да, он замкнулся уже. Бог, да нет, Бог никогда не замыкается, он как свет светит, это мы только от него. Интересно, может у него ослабнуть? Нет, не может тоже. Он всегда светит, как солнце, да, он как бы всегда открыт, только мы от него замыкаемся. Мы либо приходим к нему, либо замыкаемся. То есть, потому что он как бы, ну, как бы абсолютная мощь, абсолютный там, свет, у него нету никакой ни обиды, нет, ничего нет.
Это, в нем нет никакой ненужды, его вся полнота. Когда мы общаемся с другим человеком, разница просто состоит в том, что у другого человека может быть свои какие-то личные там, особенности, он может взять, от нас замкнуться. Даже если мы полностью к нему открыты, он может сказать, а вот я не хочу. Нет, нет, это не так происходит в жизни. В жизни просто люди как бы в какое-то время, да, иногда очень долго, иногда до конца жизни, да, когда все хорошо, они попутчики. Они как бы вот и шли по разным дорогам, вот эти дороги сошлись, они идут вместе, там что-то обсуждают, а потом этот пошел туда, этот пошел туда. Вот. И они как бы просто дороги разошлись. Не то, чтобы кто-то там обиделся, замкнулся. Ну, такое тоже бывает, да? Но просто дороги расходятся. Вот как бы более нейтральная и более реальная ситуация. А у нас Бога не могут дороги расходиться. Почему? Ну, потому что Бог везде. Понимаешь, мы просто в Боге всегда. Где бы мы ни были. Нет такого места, понимаешь, куда можно было бы удалиться. Просто то, что я говорю, это выражается в той истине, что Бог есть любовь. Это вот именно та самая формулировка. Просто другими словами, просто Бог светит, как бы, и добрым, и злым, но, и правильным. Нет, и то, что вы говорите, это значит, что у него с нами дороги не могут никогда разойтись, но у нас с ним не могут. У нас с ним могут, правильно. Да. У нас с ним дороги разойтись могут, а у него с нами никогда. Говорю, да. Мы можем от Бога удалиться, можем от него скрыться, да, как вот. Можем глаза закрыть, как вот, чтобы свет не видеть. Мы все это можем, да. Не, ну это, понимаешь, глаза закрыть. Это метафора. Но они метафоры уже нагружены нравственно, да, как бы этически и негативно. Просто дорога как бы пошла в другую сторону, в этом негативно ничего нет, да? А вот как бы укрылся от света, это уже как бы диагноз. Ага. То есть есть противопоставление свет-тьма, как бы, да? Ну, конечно. И можно уйти из света только в тьму, а не в другой свет, да? Ну, они какие-то там дороги. Ну, на самом деле, если честно, вот эта вот нагруженность моральная, да, добро-зло, как бы бытие, небытие, она всегда, как бы, богословие ассоциируется как раз с противоположностью, там, Бог, там, да, и как бы и остальное. То есть, ну, как есть некое противопоставление. Хотя не знаю, насколько богословие здесь точно. Все же это некое отношение человеческое, правильно? Мы же говорим, что Бог не познаваем. Все это человеческое. И когда-то вот я уже говорил об этом, что ведь можно предложить философию, где не одно бытие, а где регионы бытия, да? И тогда бытие не будет совпадать с тем, что есть такой Бог. Ведь бытие и Бог отождествляются именно потому, что есть противоположность бытия и небытия, да? И как бы, бытием связана сторона добра, и как бы все то, что положительно мы знаем и ассоциируем с Богом, все остальное ассоциируем с другим концом, да, как бы там небытия, там зла и прочее. Поэтому зло небытие. А если как бы регионов бытия много, то вот такой противоположности сразу нет, да, отрицающего. И тогда возникает как бы другая ситуация. Тогда получается, что, а поскольку Бог везде, то просто Бог, что бытие не определяет, через бытие мы еще Бога не понимаем. Это как бы надо еще дальше идти. Не, ну, во-первых, чисто по-человечески, ну, можешь, там, допустим, вот жизнь прошла, и ты можешь сказать, вот я встречалась с Богом, понимаешь? Вот был у нас разговор. Вот. Этого мало? Ну, на самом деле, если честно, я всегда чувствую, почему что... он должен, как бы, почему вот есть такая, вот это вот обязательно? Ну, может, потому что он Бог, конечно, я не знаю. Наверное, поэтому. Потому что он все-таки не человек. Но вот это вот обязательно, что вот если уж, как бы... с Богом говорить, то это превыше всего и все остальное. То есть невозможно так, что вот как бы да, когда-то этот разговор состоялся, он очень важен, он может быть как бы вершина жизни, да? Ну вот он был. Майкл, почему вообще весь мир так это выстроен таким образом, что Бог наверху, а все остальное в некую иерархию и все вниз идет? Это так, что? Ну да, получается так. На самом деле это опять же все человеческое. Да? Просто... вообще говоря, всякого рода, подобного рода иерархии, конечно же, выстроена не потому, что в мире так устроено, а потому, что человек так мир видит. Ну, все так устроено. Все устроено потому, как человек мирит. А человек, например, смотрит на государственную власть и рассматривает, Бог есть высшая власть, да, а как власть устроена? Что есть вот наверху правитель, а внизу как бы, есть эти там, как подданные, да, там. И в мире так же устроено. Нет, просто, нет, я еще объясню, тут ведь как бы проблема в чем? Если это просто как бы разговор, да, вот хочется поговорить, говоришь, не хочется говорить, не говоришь, что-то как бы заставляет как бы избегать разговора. Может быть, это как бы что-то плохое в тебе, может быть, это что-то объективное, условно говоря, неплохое, я не знаю, что-то как бы нейтральное. Но
тут же на все это накладывается дискурс спасения. Вот еще что. Вот. Я думаю, надо. Что, как бы, что дело не просто, потому что вот это свободный разговор, а тут надо как бы с Богом общаться и общаться и приходить к нему, потому что, извините, спасение же. Я думаю, что. Ну, я как бы в этом человек уверен. Я думаю, что все. Спасение нужно? Все формы религии, которые существуют, да, они на самом деле случайны. И во многом как бы есть какая-то доля истины в них, конечно, но они в чем-то и ошибаются. И с Никитой. Ну и как бы можно посмотреть даже на историю христианства. Уже более много она всего натворила, это христианство, да, если уж как бы верить ему прямо вот на слово. На самом деле, как бы, есть вот истины, да, которые в нашем опыте присутствуют. Вот как феноменология. Мы о феноменологии же говорили, вот есть много теорий философских, да, и что говорит феноменология? Надо, говорит, как бы эти теории как бы за скобки вывести, попытаться к самому опыту, к самому феномену выйти, попытаться из самого феномена исходить, да, из самих вещей. Также здесь. Точно так же очень много религий взяли. И точно так же они нагородили, настроили всего там богословского. Очень много. Что-то в этом может быть и правильно. Но человек, чтобы в этом разобраться, должен опять же к феномену подойти. Вот к тому самому, как мы, вот, мы начинали сегодня с этого разговора. Вот, попытаться вот этот опыт осмыслить, да, и потом постепенно подниматься и уже понимать, что в религии соответствует реальности, а что уже надумано. Потому что очень много таких концепций человеческих, да, причем конъюнктурного, да, потому что неизвестно, как это все возникло. И поэтому, как бы, на самом деле, правильное понимание Бога, оно как бы находится вне вот этих конфессиальных пониманий. Вы начинали заниматься, оно может ведь оказаться и жестче, чем религиозные требования, понимаешь? Это могут быть такие требования, да, из опыта, там, не знаю, из размышления. Они могут, а могут быть и как бы и гораздо, так сказать, человечнее и неизвестно. Вот. Я думаю, что проблема спасения, это проблема, опять же, утилитарная. Людям как бы вот, в утилитарном смысле как бы нужно, как бы, условно говоря, что-то сделать, чтобы купить, да, что-то и после смерти. Зачем-то, да, это вот, утилитарная проблема. Настоящее разрешение этого вопроса, оно нам даже не мыслимо. Просто, может быть, и вообще и смерти-то никакой нет в буквальном смысле. То есть, как бы, не в видимом, в таком материальном смысле она есть, как бы, но в буквальном смысле, то есть, так как она должна была пониматься, да, как полное небытие, такого не было. И все разговоры здесь, они просто ни о чем. Просто людям, конечно, приятно думать, что можно какие-то вот в нынешней жизни сделать пассы, действия какие-нибудь, да, там. И купить, да, вот сколько-то там добрых дел, там, знаете, как католицизм любит считать, сколько-то добрых дел достаточно или недостаточно, чтобы там искупить там все само себе. И вот вообще и все понимается вот под некоторые идеи суда. Там, вот, есть некий суд, как бы, и это и в древних религиях такое тоже есть, там на весы кладутся твои хорошие, поскольку там взвешиваются, там, проходишь ты, не проходишь. Все это человеческое, это способы, каким человек пытается вот все это осмыслить. На самом деле, как это на самом деле, это неизвестно. Поэтому об этом даже думать не надо. И если человек верит в Бога, то ничего с ним плохого случиться не может. И поэтому надо просто доверять настолько, на самом деле, что просто не задумываться даже об этом, что там смерть, не смерть, просто доверяешь и все. Бог знает, как это все устроено, и как оно было правильно устроено. Не надо даже об этом думать из-за имущества, этим вопросом. Потому что многие проблемы у верующих людей именно с этим связаны. Какие-то муки там, им там в этом мире ищутся, там какие-то черти там что-то колют, там, не дай Боже туда попасть, там. Столько мучений, все просто на ровном месте, ни о чем. Если Бог является отцом, но неужели он допустит, чтобы сына вот так вот просто мучили, там, терзали кожу с него, заживо там взяли? Правильно. Это правильный подход. Вот, это все чисто человеческое. Меня всегда беспокоило во время религиозной практики, что меня это не беспокоит. Ну это не должно беспокоить. Это правильный подход. Это и есть правильный подход. Меня не беспокоит, поэтому проблемы спасения, вот там, что там после смерти. Просто странно там, потому что не знаешь, а что там будет. Это не знаешь, да. Но вот какое-то такое беспокойство, что вот там спастись бы. Почему-то это никогда не волновало, и волновало то, что это не волнует. Не знаю, но вы... Если... Меня сейчас волнует вот именно поиск опыта кто? Ну, взыскивать этот поиск, это тоже не совсем это честно. Потому что другая сторона вина ведь тоже свободна. Так же нельзя, но это, знаешь, это похоже на то, что у тебя есть какой-нибудь знакомый, и ты постоянно навязываешься ему в гости. Стучишь, звонишь, и там, и как бы, давай, я приду, типа, в гости. А мало ли почему, эта встреча не состоится, это обе стороны, это свободно. Так что здесь надо просто быть, как бы, и все жить, думать о чем-то там, как бы.
Это больше похоже на то, что ты ему не звонишь, а все думаешь, как бы так вот получилось, так чтобы чтобы он позвонил. Не так. Как бы так не случилось, что я позвоню ему, а ответит кто-нибудь другой, понимаешь? И поэтому лучше я даже набирать трубку не буду, вот номер. А то вдруг там, а я по голосу не узнаю и буду говорить с другим. Да. Поэтому... Не знаю, потому что я вот могу про себя сказать, что есть некая такая уверенность в самом себе, что все вот эти вот разговоры, Бог, не Бог, они не нужны просто. Настолько ты настолько уверен, не то, что я как бы отрицаю Бога там, и не то, что он как бы мне... Ну просто у меня нет нужды, понимаете, что в буквальном смысле никакой нужды в Боге нет. Но это не означает, что я его отрицаю. Просто я живу как бы в таком мире, как бы, в котором все устроено правильно, да, там, и мне все, все осмысленно, да, все наполнено как бы вот правильностью. Вот, я не чувствую, что мир, как бы, как бывает, иногда некоторые чувствуют, что как бы такой какой-то греховный, там, или пустой, или ненужный. То есть Бог как-то присутствует, но никакой нужды я не чувствую, то, чтобы он присутствовал. То есть вот я полностью, условно говоря, для себя устранил нужду совершенно. Мне вот все, что осталось, как бы, это вот некая сверхнужда. А сверхнужда я только вижу одно, на самом деле, что я, у меня есть как бы некая внутренняя задача, я просто ее чувствую. Я эту задачу должен потихонечку выполнять. Не, ну допустим, насчет встречи сверхнужды. Вот, допустим, контакт с инопланетянами. Вот они не нужны абсолютно ведь. Да. Да? Мы живем как бы без них. Но при этом, как бы, вот замерцание на горизонте, конечно, это будет как бы потрясающе. И это очень интересно, это захватывающе, это как бы, и это сразу все наши как бы там мирские, там, не знаю, какие-то вот, все задвигать, да, потому что это такое событие, это действительно встреча как бы, с иным, с чем-то там, понимаешь? Так а надо его ждать его надо? Ну мы как бы, так сказать, ну мы вот живем и живем, да? Не, надо быть к этому готовым, нуждать специально, надо взыскивать это, надо, по-моему, я думаю, что не надо взыскивать это. Бога к инопланетянам. Не. Везде речь идет о некой встрече, да, вот. Есть некая... Но проблема-то в том, что инопланетяне там еще не встречали, вот, а если у конкретного человека был конкретный, потом сбежал. Это другое, мне кажется. Ну, это тоска, конечно, да. А между прочим, тоска. Если почитать святых отцов, то очень часто такое случается, что именно вот повторить вот этот опыт встречи. Многие, я тоже сейчас, когда этим занимался, там, мог бы даже по именам назвать, да, очень у многих именно такой опыт. Что был опыт некоторый, да, пронзительный, такой вот, просто достоверный, вот как ты описываешь. А потом все остальное время он просто не, как бы чувствовал, что вот он удалился от него, и как бы вот все хотел к нему приблизиться и не мог. И непонятно, что мешало. Нет, ну вот трудно сказать. Там я просто не специалист, как бы, и не готов за чужую человеческую душу говорить. Может быть, он как ты боялся. А может быть, еще что-нибудь. Может быть просто. Нет, просто на самом деле ведь факт в том, что жить немного таких опытов. В детстве, там, не знаю, вот есть такой-то опыт там, который потом тоже не повторяется. Ну, как бы вообще он опыт детского восприятия, еще что-то. Много таких вещей, да, не знаю, первая любовь, там еще что-то. Там много вещей таких, которые вот когда-то там случились, да, вот. И они не возвращаются. Ничего страшного в том, что они не вернулись. Не, ну как бы не, ну не, но при этом ностальгия есть, мы ждем, да, мы как бы. Они вот тем самым как бы присутствуют в нашей жизни, да, на самом деле, тем, что вот мы, так сказать, о них помним, ждем, ностальгируем там, хотели бы повторить. Я вдруг вспомнил, у меня же было два опыта в жизни, таких вот капитальных. Оба раза почему-то во сне. Один опыт дали опыт любви. Во сне. Да. Когда он состоял в том, что я смотрел в глаза другому человеку. И больше, и как бы вот было столько любви, что больше как бы ничего не надо было. Просто так вот. Почему я и говорю, что есть такой опыт. Просто смотришь, смотрел человеку в глаза, и все. И больше ничего. Я даже не помню, что там еще бы-то было такое. Это был опыт любви всепоглощающий. Когда проснулся, там где-то долгое время не мог прийти в себя. И был опыт страха. Просто настолько пронизывающий и парализующего, что когда я... Ну, мне казалось, что там, я когда проснулся, мне казалось, что кто-то присутствует, как бы там в комнате. И такая пульсация шла такая, там, это как будто били во что-то такое, как бы, грохот стоял, как будто, и постепенно он снижался, и снизился до уровня такого, что как бы, все как бы вернулось в это состояние. И страх просто, и паралич как бы кончился. Вот у меня был такой парализующий страх, вообще, вот
просто ничего невозможно, просто бесконечно парализующий страх. А бывает еще самое поразительное, ностальгия потом о том, чего никогда и не было. Даже такая ностальгия бывает, и именно ностальгия. То есть, как бы вот такое. Ностальгия, как там волновались это, повсюду быть дома. А вообще, например, слово ностальгия я не очень понимаю. Понятно, что ты какой-то там, это желание куда-то вернуться, там, да, там что-то такое. Не, ну ностальгия о том, чего никогда не было, для меня не характерная вещь. Обычно отсылает к тому, что как бы вот, так сказать, до нашей жизни что-то было. Говорит, мы там из рая откуда-то сюда свалились. Вот. Есть какое-то воспоминание о том, ну это же можно, это же можно психологически истолковать. У Грофа же есть такое понимание, что что рай, это вот когда мы находились в утробе, мы туда хотим все вернуться. Потому что именно то состояние, в котором мы там находились, безмятежное, да, умиротворенное, полностью защищенное. И вот мы его пытаемся все повторить, как бы там в своем опыте, найти его, да, и вернуться обратно. И в принципе можно его пережить, как бы там, в трансперсональном опыте. Но это как бы просто одно из объяснений, потому что трансперсональный опыт предполагает, что можно попасть и в состояние до рождения своего. И попасть в некий уже буквально в смысле трансперсональный опыт, когда ты будешь просто находиться во Вселенной, будут какие-то планеты там двигаться. Там. То есть не будет никакого тела. То есть там настолько опыт странный. Так что, что тут говорить о рае? Там это совершенно другие состояния. А можно потом пережить, например, бытие там, каким-то животным, например. Причем он описывает это так, что если бытие орла, то ты прямо видишь, как вот у тебя крылья, там, как ты летишь, чувство полета вот полное. Как вот зрение, как вот оно вот есть у орла, ну, там можно приближать, там как вот в этом у приборов есть там возможность. То есть как бы вот полное ощущение опыта орла. Как будто ты буквально в смысле орел. Но это же странные вещи такие. Вот есть вот такие странные вещи. Как с ними там быть, это не очень понятно, то ли это там какая-то там иллюзия. Вот, ну это я вообще не берусь даже объяснять. То ли это действительно реальный опыт. Я просто про поэзию в свое время писал, как про ностальгию, по тому, чего, в общем-то, и не было. Можешь пояснить? Ну что, как бы поэзии не случалось, что полный мир никогда. Вот это вот гордость, ну, но как бы присутствует все время вот эта ностальгия. Я думаю, для меня про более характерный опыт ожидать. Что как бы вот что-то должно случиться. Mm-hmm. Знаешь, как бы заврешь в комнате, сидишь и думаешь, вот, что-то должно случиться. Вот постоянно такое, иногда бывает неизбывное, такое везде. Не то, что там плохое, что должно случиться, взорваться, там рука летит. Вообще что-то важное, важное, событие должно случиться. Вот я вот жду как бы события. Постоянно вот. Событий нет, там. Я не подразумеваю под событиями там повседневные какие-то там заботы, это как бы ерунда. А вот событие, которое должно случиться, как бы я был в этих событиях, почему-то оно важно. Вот я постоянно его жду. Может быть, ты разведчик, ты ждешь сигнала, представляешь, что тебя заслали. Ты даже не помнишь о том, что тебя заслали, ты не помнишь, что ты разведчик, но ты где-то там вот как бы... Ну это про Валю. Валя на самом деле помнит, как он был в ангел, и ему спросили, ну что, типа будешь рождаться? И он сказал, да. И он это помнит. Ну видишь. И он вот раз падает, как бы, и становится человеком. Ну, тебя как бы послали, и вот ты все ждешь этого сигнала, который как бы скроет и твою память, твое предназначение. Я это называю ждать смерти. Я жду смерть. Я вот думаю, что смерть, она как должна прийти вдруг. Смерть. Знаете, бывает сердце как схватит сильно, и ты думаешь, вот сейчас умрешь и все. Чуть когда схватывает сердце, сразу о смерти думаешь. Потому что как-то так настолько как бы опыт страшный, как бы, да, так и все как бы там. И ты понимаешь, что вот оно все. У верующих даже есть молитвы такие, да, от внезапной смерти. Потому что, ну, раньше это было, наверное, очень актуально там. Сейчас, наверное, менее актуально. Почему? Ну потому что, ну, я не знаю, можно ли сейчас внезапно умереть. Да полно, ну, бывает машине. Конечно. Во-первых, тоже сердце, да. Мгновенно. Во-вторых, там сколько в автокатастрофах погибает, все это не внезапно. Ну, это самое, инсульт. Ну как, а что? Инсульт, а что, это не внезапно, ты считаешь? Инсульт, вот. Раз, два, три, бац, все. Понимаешь, там? Инсульт. А вас не умереть, вообще тоже печально, наверное, да?
Да, у нас вот мне рассказывали не так давно, один давно до моего прихода в компании, один из финансовых директоров, там было что-то их много, да, и странно менялись. Вот один из них не очень хорошо себя чувствовал на работе, его все отправили домой, да иди домой, отлежи, все нормально. Он говорит, не-не-не, ничего страшного, мне сейчас будет хорошо. Раз, зашел в туалет и умер. Просто, ну там инсульт был, кажется. Ну, а вон там это, где там, в Китае, по-моему, или в Корее, там подросток, это в Diablo 3. Нужно же, я вот сейчас поставил вчера себе. Ты купишь ее? Да. Вот, он проиграл, значит, у нее 40 часов подряд в клубе. Снял эту комнатку, вот, VIP-комнату в игровом клубе, и там играл. Значит, через 40 часов туда заходит, и он спит там, заснул. Его разбудили, он два шага сделал, и умер. Кстати, обезвоживание может быть, за 40 часов. Может быть. Ну, это как-то депрессивно, все страшно. Diablo 3. Diablo 3 не дремит. Да, начали за здравие. Глубоко. Если честно, например, не могу понять, как надо бояться смерти. Потому что иногда, как бы, когда она приходит в каких-то там, ну, наверное, там, болях, там, каких-то, да, там, мыслях, то вроде как страшно, а так, если подумать, вроде и не страшно. Как бы кончится сразу все, и все, правильно? То есть по логике каких-нибудь там эпикурейцев, что когда смерти нет, это когда мы есть, смерти нет, а когда смерть есть, уже и нас ничего. Иначе получается, что смерти вообще нет. Не, ну по идее, как бы ты боишься именно, наверное, вот этого разочарования в прожитой жизни, может быть, там, знаешь, последние секунды ты там будешь сокрушаться, что... Не-не-не. Это как раз характерно, наверное, для Софии. Ну почему? Может, а для тебя... Мне кажется. А для меня... Для тебя это... Вообще, если у тебя это произойдет, у тебя такого уверенного в себе, тем сокрушительнее для тебя будет. Я боюсь смерти своей. Я боюсь смерти близких. У меня вот это просто... панический страх, что вот, а если вот, то что? Ну все, это моя смерть, значит. Это может быть проекция, знаешь, когда ты боишься. Может быть. Ты проектируешь то, что я ты боишься потерять. На других проектируешь. Или наоборот, как бы мы... Дело в том, что у меня есть такое странное любопытство. Я вот когда, я прежде всего понял, когда в армию уходил, Не было ни страха, ничего, но было бесконечно огромное любопытство, что это такое армия, да? Также и со смертью у меня есть как бы любопытство, что как бы все-таки интересно сюда заглянуть, в итоге как бы. Вот мы столько мучаемся, обсуждаем, там, рассуждаем, что-то там, пытаемся промыслить. А там раз, и вдруг ты сразу узнаешь все, как на самом деле. То есть просто любопытство у меня есть. Смотрите. Да, как бы посмотреть. А вот это тоже, кстати, интересный момент. Почему люди считают, что они сразу все узнают? Ну, допустим, как бы небытия, там вот это вот, как бы черного ничто, вот полного отсутствия нет, да? Ну, почему они сразу все вот такие узнают? Ну, представьте себе, что они продолжили жизнь в каком-то другом ключе. Ну, там же тоже может быть такая же неизвестность. Дальше уже, как бы, видимо, взгляд человека не может распространиться, поэтому там для него уже все ответы. А ведь на самом деле это может быть просто, условно говоря, этап какой-то, да? За ним будет идти другой этап, и не он не будет последним. Ну да, в принципе, а это, конечно, все додумки, да, это как бы все-таки себя тешит, да? Сам себе как-то хотим утешить. Что хочу, хоть какая-то польза от этого, да? А может, ты в раю будешь сидеть, понимаешь, но все равно будешь не знать себя. Потому что Бог тебе все расскажет. Вот, как все устроено, почему. Раю, да. Ну что, все? Да. Да, сегодня забавно получилось.